Психология невербальных коммуникаций, и частично эта дисциплина, естественно, пересекается с визуальной диагностикой. Ну, повторюсь, визуальная диагностика имеет, отношение к невербальной коммуникации несколько наполовину. Здесь вот в некотором смысле это связано абсолютно точно, в некотором смысле в невербальной коммуникации есть один еще очень важный компонент. Ну, давайте вот с чего начнем. Итак, невербальная коммуникация в первую очередь подразумевает под собой коммуникацию. Да, коммуникация – это передача информации. Передача информации от одного источника информации другому источнику информации. И сам термин этот, собственно говоря, имеет техническое происхождение, отнюдь не психологическое. А вот невербальная подразумевает под собой использование всего, чем нас природа одарила, да, с точки зрения взаимодействия с другими людьми, то есть использование тела. А здесь есть достаточно много компонентов, о которых мы с вами будем говорить. Но вот что самое интересное, никто не утверждает, что человек – это венец творения, как считалось. Да? Человек – это часть биологического мира, часть природы. И, естественно, в данном случае мы можем сказать, что невербальное поведение свойственно не только человеку, но и животным. И свойственно достаточно явно, заметно, и общаясь с животными, с домашними животными. Да, вы можете наблюдать достаточно интересные модели поведения, которые они демонстрируют неосознанно. В принципе, человек в этом плане достаточно мало отличается от наших собратьев по планете, но здесь есть небольшой нюанс еще один. Дело в том, что использование жестов, использование невербальных компонентов чаще всего не анализируется мозгом. То есть это идет на уровне инстинкта, на уровне подсознания, и чаще всего мозгом не оценивается каким-то образом. Мы можем это изучать со стороны, но напрямую сказать, что мы специально используем какие-то жесты, это, кстати, тоже можно, и жесты, и мимику можем использовать, да, и можем использовать дополнительные невербальные компоненты. Но этому нужно обучаться, и этим обычно занимаются такие люди, как актеры, да, как вариант, как политики. Но любой актер и любой политик в любом случае не все время может проводить на сцене, допустим, да, или на политических каких-то аренах. А часто он бывает еще и в домашних условиях, где может и чаще всего использует те самые компоненты, которые идут неосознанно. Я даже больше скажу, что абсолютных людей никогда не бывает, а если, допустим, человек хороший политик, это означает одно, значит, дома его не бывает. Никогда нельзя совместить одно с другим. Или, допустим, если он дома, и дом для него чрезвычайно важен, скорее всего, эта сфера для него будет преобладать, а остальные будут дополнительными. Вот середины золотой здесь быть не может никак. И вот очень важный момент, где именно человек не профессионально, но жизненно начинает использовать свои какие-то невербальные модели поведения. Если мы говорим о человеке, то здесь в первую очередь мы включаем два таких вот очень важных компонента, две составляющих. Это психологический и физический облик человека. Первое запишите, да? Психологический и физический облик человека. И второе – это его поведение. Несмотря на то, что общего звена между обезьянами и человеком не обнаружено, вот того, что связует, мы как-то идем несколько параллельно, каждый немножко в своем направлении, и откуда появился наш с вами предок, Homo sapiens, не совсем ясно. С другой стороны, есть гипотеза, что среди нас живут сразу несколько представителей нескольких веток человечества, и когда мы говорим, да, о древних людях каких-то, то, вспоминая каких-то известных, кстати, очень воспитанного, очень интеллигентного человека, ну, спортсмена нашего знаменитого, с таким очень крупным ростом, с необычной формой черепа и так далее, да, вот волей-неволей говорят, что здесь мы имеем дело просто-напросто с генетической игрой, то есть это предок немножко другого
вида человечества у него вот в генах проявился настолько отчетливо. Может быть и так, но там очень крупная голова, не забывайте. И они достаточно были интеллектуальны, что можно вот по этому спортсмену точно сказать. Как бы, да, это удивительное дело. То есть здесь все очень гармонично. Но внешне, конечно, это вызывает для обычного человека некоторое не то что потрясение, но удивление, потому что очень крупно он выглядит, непривычно для нас. Ну вот удивление, нет, но тут-то самое интересное то, что очень интеллигентный человек, очень ровный, очень спокойный, а сильный человек всегда спокойный. Вот самые агрессивные собаки – это маленькие собаки, их еще как бы сдохами называют. А если собака серьезная, она обычно вообще не лает, как бы, да, то есть она спокойна. Вот такую собаку надо бояться, а не ту, которая тявкает. Вот. А теперь еще один очень важный момент. То, что человек, Homo sapiens, взял и унаследовал от приматов. Вот давайте запишите, какие навыки Homo sapiens унаследовал от приматов. То, что у приматов уже есть. Ну, первое, способность к самоузнаванию. Может быть, вы обращали внимание, что у животных, вот у маленьких животных, ну, допустим, у кошек или у собак, да, способность к самоузнаванию бывает. Вот у кошек это отчетливо видно, когда котенок себя в зеркало узнает, как бы вначале изучает, а потом почему-то забывает и начинает воспринимать как другого. То есть самоузнавания нет. У собак часто происходит нечто похожее, да, вот, ну, здесь мы можем как бы разные гипотезы вносить, но в то же время, кто из животных четко себя узнает? Обезьяна. Обезьяна с удивлением смотрит на себя в зеркало, может периодически как бы, да, думать, что это какой-то вот, будем говорить, собрат, который ведет себя странно, но в ряде случаев начинает изучать, то есть здесь уже идет некий элемент самоузнавания. Но человек себя, как правило, узнает, хотя есть и анекдот такой, когда мужчина утром встает, долго смотрит на себя в зеркало и говорит: «Я тебя не знаю, но я тебя побрею». Второе, что есть и у нас, и у приматов, это целеполагание. Целеполагание. Третье, очень важное, и важное в животном мире, и, разумеется, в... Ну, целеполагание, вы знаете, по крайней мере, когда кушать хочется, цель есть, как бы, да, чтобы поесть. Если мы говорим о более глобальных целях, то здесь, конечно, есть проблемы, да. Потому что часто люди не знают, какой цели достигать, но об этом я говорил, как бы, да. Но примитив, ну какие, жизненно важные цели люди достигают обычно вполне нормально. То есть здесь все просто. Следующее, что есть у обезьян, и у человека, это долгосрочная память. Долгосрочная память. Еще один момент очень интересный. Это необходимость предсказания поведения действий окружающих. Это не четвертое. Ну, пятое уже получается. Предсказание действий окружающих, да? Но действительно это важно. Если животное, ну, допустим, обезьяна не будет предсказывать, что будет происходить дальше, покусают, побьют, как бы, да? Ну, в человеческом мире, в принципе, то же самое может быть, если не будет предсказывать поведение. Могут и покусать, и побить. Ну, кусают в человеческом мире реже, хотя тоже бывает, а человеческие укусы очень опасны, вы знаете. Вот. И такое тоже бывает. И в толпе бывает, что и ухо могут откусить, что в 90-е годы случаи были. Женщина стояла в очереди, и кто-то впереди нее встал без очереди. Она просто взяла и откусила часть уха. Ну, просто так, нормально. Просто 90-е годы. Причем это отнюдь не миф, не легенда, это реальная ситуация. Но вот что важно, когда человеку важно предсказывать поведение окружающих, вот зачем нам это нужно? Чтобы быть спокойным. Чтобы быть спокойными, принимать успокоительные. Что? Чтобы, совершенно верно, чтобы выстраивать контакты с другими людьми, как бы, да, чтобы мы не вступали в конфликты определенные или в агрессивное поведение с другими людьми. Следующее, это тоже очень интересное, обман сородичей есть в животном мире и есть в человеческом мире. Причем обман сородичей, когда человек начинает обманывать, в каком возрасте? В детстве, там 3, наверное, да, года.
тогда, как бы, да, помните, речь бывает сначала внешняя, после этого как бы она адаптируется, потом внутренняя. Когда человек говорит, я никому не скажу, что Вася пошел в соседний двор, как бы, да, это, то есть, это мысли, которые пока еще не интериоризировались, не ушли вовнутрь, получается, головы, и человек о них говорит. Но также он может и хитрить таким образом. Да, я никому не скажу, это хитрость. Такая несколько сомнительная хитрость, немножко забавная, но она хитрость. Ну, что еще? Это постижение закономерностей взаимодействия в пределах группы. Постижение закономерностей взаимодействия в пределах группы. Да, вот сообщество, вуз тот же самый, да, это все вот некая группа, в русле которой можно познавать, что от кого можно ожидать, кто что из себя представляет и так далее. То есть это есть постижение закономерностей социальных отношений в пределах группы. Вот подобные способности есть у горилл, у шимпанзе, у орангутанов, у человека. Ну, обезьяны, может быть, существа забавные, хотя я очень не люблю обезьян. Вот, ну, как животных я к ним отношусь спокойно, как бы, да, но общаться с ними мне совершенно не хочется, потому что существа довольно, как сказать, агрессивные часто бывают и немного неадекватные. Но, с другой стороны, это наши с вами условные предки, поэтому тут тоже вот такие вопросы волей-неволей возникают. Как же, что же из себя представляет человек, когда смотреть на него со стороны? Тоже существо забавное, но очень агрессивно. Да, ну и тем более, что человек действительно совершает очень много бессмысленных каких-то поступков, которые чисто логически объяснить нельзя. Допустим, уничтожение себе подобных. Да, или вспомним современные политические условия, то, что происходит у нас сейчас в мире. То есть здесь очень много логики для маленькой группы людей. Ну, это уже политика называется. А для большинства людей не только бессмыслица, но и абсурд. Вспомним Первую мировую войну прошлого века. Что это такое? Люди уничтожали других людей, потому что их направили уничтожать других людей за какие-то цели, ради каких-то целей. В переводе на русский язык полная бессмыслица. Ну и наши там также принимали участие, абсолютно бессмысленно воевали, к чему это привело, вы помните. Кого-нибудь, кроме генерала Брусилова, вы можете назвать в качестве героев гражданской войны? Нет, ну разумеется, можем вспомнить Чапаева, который там... У нас много, на самом деле, было интересных таких вот людей, которые воевали во время Первой мировой войны, стали немножко подниматься, как бы, да, и потом случилось нечто, но имеется в виду переход либо в одну сторону, к одной власти, либо к другой власти. Но проблема немножко в другом. Как много вы знаете героев гражданской войны? Вообще, как бы, да, для нас это вот было... То есть это война за идеалы, которая завершилась ничем. Которую мы практически выиграли, но проиграли. Мы от нее отказались, как бы, да, вот от всех, от всего того, что мы получили, как бы, да. Но такой вот момент... любопытное, но важно другое, что нелогично. Очень много нелогично. Но в поведении человека вообще очень много нелогичного. Не обязательно это касается России, это касается любого. Любой национальности, любой страны. Запишите, что в антропологии где-то до середины 20 века было принято разделять гоминоидов на два семейства. Это пангиды, через О пишется, гориллы, шимпанзе, орангутаны и гиббоны. Ну, с какими длинными руками такие древесные. А пангиды, это гориллы, шимпанзе, орангутаны и гиббоны. До середины 20 века принято было делить. И отдельно выделяли гоминидов. Гоминиды – это только род Homo. Вот когда дело касалось австралопитеков, кто-то считал, что это Homo, а кто-то, что это пангиды. Допустим, да, не было вот такой устойчивой точки зрения.
гиббонов пытались отдельно выделять. То есть вот, в принципе, была попытка как-то классифицировать эти виды. Вот сейчас запишите, предпочитают по отношению к человекообразным каким-то ископаемым формам, то есть похожим на нашего человека, да, современного, но имеющего некоторые нюансы, использовать термин гоминины. Гоминины. Но тут тоже есть некоторые нюансы. Допустим, смотрите, человек и шимпанзе, два вроде бы, да, семейства разных, идентичны во многом, практически на 98,3%. По многим нюансам и функциям. Но уровень интеллектуального развития шимпанзе равен уровню интеллектуального развития ребенка в возрасте 3,5 лет. И выше шимпанзе не поднимается. Но в то же время шимпанзе можно обучить, как бы, да, у них нет возможности говорить так, как говорим мы, у них не так развиты, как бы, да, эти функции. Но с другой стороны, можно обучить знаковым системам, и тогда шимпанзе может осваивать определенный набор слов, причем он может иногда достигать даже 100 каких-то терминов, 100 слов, которые шимпанзе вполне осмысленно использует и может нормально общаться с человеком. И когда проводили опыты, когда человек, допустим, подвешивал в клетке бананы, а там еще стояла такая полочка, ну не полочка, точнее, стояла тумбочка небольшая, и отодвигал тумбочку, то шимпанзе показывал: пододвинь тумбочку сюда, чтобы я могла сорвать бананы. А человек специально отодвигал, и шимпанзе через какое-то время начал бить себя по голове, возмущаться. Ну, в переводе на русский язык, какой тупой попался человек, что ты ему показываешь, поставь тумбочку, а он вот назло тебе убирает, а она сама поставить не может. Она показывает: поставь, а он опять назло делает. И вот она возмущается и ходит, и руками хватает голову. То есть это такие чисто человеческие эмоции, когда мы общаемся с подобным уникальным персонажем, тоже человеком. Такое тоже бывает. Вот, в принципе, довольно любопытно. Но вы знаете, вот когда мы говорим о человеке, вот здесь в первую очередь все-таки нужно обратить внимание, что невербальное поведение человека включает в себя два компонента. Первый компонент – это этологический компонент. Этология – это наука о поведении. Наука о поведении. Есть этология в биологии, и, в принципе, именно этот термин мы можем использовать и должны использовать по отношению к человеку. Этология – это использование определенных ритуалов, запахов, использование определенных моделей поведения, мимики, жестикуляции в определенных ситуациях. То есть это биология человеческого поведения. Биология человеческого поведения. Второй подход к невербальной коммуникации – это биология. Биология человеческого поведения. Да, ее слишком много в поведении человека. Если мы внимательно смотрим, здесь этологического гораздо больше может быть. И вот второй подход, вторая точка зрения – мы должны по отдельности изучать какие-то невербальные компоненты поведения. Как то проксемику, то есть дистанции в общении, мимику, жестикуляцию, пантомимику, да, то есть альфакторику, гаптику и так далее, и так далее, и так далее. Но вот удивительное дело, когда мы изучаем отдельно, допустим, изучаем отдельные жесты человека, мы можем создать некий словарь этих жестов. Но в то же время, ведь эти жесты сами по себе не используются. Следовательно, они используются только тогда, когда происходит какой-то процесс. Они не могут быть оторваны от конкретной ситуации. И вот здесь-то как раз вот расхождение, да, почувствовали ее? То есть, если мы говорим об этологии, мы смотрим целиком ситуацию и как проявляется невербалика. А если рассматриваем отдельно невербальные компоненты, то они, в принципе, не всегда и не постоянно проявляются у человека. Допустим, в поведении мужчин и женщин абсолютно по-разному идут альфакторные компоненты восприятия запахов тех же самых, абсолютно по-разному. Потому что... Это по-разному?
функции у женщин немножко другие, и у них есть такой механизм, который называется овуляция. И вот когда овуляция есть, как бы, да, женщина к запахам относится более серьезно, нежели чем когда овуляции нет. Мужчины этого лишены, у них это не присутствует. Но у мужчин тоже достаточно много интересного. Мы сегодня об альфакторике будем говорить, поэтому тут тоже такой момент. Эти интересные люди. Вот, ну, идем дальше. Значит, в принципе, также можно говорить о том, что существует так называемая поведенческая антропология. То есть это наука, которая, ну, по факту, связующее звено между биологией человека и социальной психологией. Поведенческая антропология. Ну, вы знаете, действительно, вот попытка разделять человека на разные сферы, на разные блоки, на разные тематические, как бы, да, направления, это интересно, но здесь межнаучные связи очень важны. Поэтому, когда мы говорим как раз о поведенческой антропологии, это и биология, и социальная психология. Вот тут они очень интересно перекликаются. Что же, собственно говоря, для поведенческой антропологии важно? Это изучение человека в повседневной жизни. Ну, чтобы я вам напомню, что такое повседневная жизнь, чтобы вы, как бы, может быть, узнали что-то новое, может быть, и нет, тут по-разному бывает. Во-первых, это особенность коммуникации, то есть передача информации друг другу. Это родительские модели поведения. Родительское поведение. Это родственные связи. А генетика что? Нет, генетика здесь отдельно. В данном случае только взаимодействие. Как люди друг с другом общаются. Вот, давайте представим. Да. Это все взаимосвязано, но генетика – это немножко другое. Здесь я сейчас назову этот процесс. Это процесс репродукции и выбора брачных партнеров. Как бы вот сюда генетику мы можем отнести. Это следующий партнер, да? Да. Это брачный период у человека. Дальше. Это структурирование социальных отношений. А как у нас выбор партнеров происходит? Биологический. То есть запах. Да, по запаху в том числе. И это тоже, да, обязательно. Ну, здесь много компонентов. Будем вот описывать. Мало того, это межгрупповые взаимодействия. То есть здесь, в принципе, повседневная жизнь человека, она включает в себя достаточно большой спектр. И каждый из них мы используем. Допустим, родственные связи. Вы же можете, в принципе, за один день пообщаться с кем-то из дальних родственников, из ближних родственников, не обязательно родителей. Родительское поведение вы можете использовать не только по отношению к своим детям, но и к своим ученикам, допустим, или к тому, кому вы помогаете. Это тоже может родительское поведение быть. В этом плане всегда очень удобно положить руку на голову этого человека, чтобы вы им покровительствовали. Обращали внимание, есть такой жест. Так очень любят политики. Вот, им обычно детей показывают, дети что-нибудь приносят, и политик обязательно руку кладет на голову ребенку, показывает. Нет, он просто покровитель, типа, я тебя защищу, если что. Как бы. А тут мне сразу вспоминается Лев Толстой, очень любил детей, да, очень любил гладить по голове. Вот из этой серии то же самое, покровительственно так несколько. Ну, это из Хармса, разумеется. Этого не было на самом деле, практически. Итак, дальше. Что еще? Это второе направление поведенческой антропологии. Это кросс-культурный анализ. Кросс-культурный анализ поведения людей. Ну, кросс, то есть межкультурный, да, то есть вот Европа, Америка, Азия, Полинезия, Океания, различий множество, они абсолютно часто не вписываются в общепринятые. И здесь вот очень интересно смотреть, что несмотря на то, что разные абсолютно культуры бывают, допустим, смотрите, для японца важно понятие центра. Центр, вокруг чего строится жизнь. Для араба важно следующее. Личного пространства, индивидуального пространства практически не существует. Поэтому они толкаются,
они нарушают то, что для европейца может быть достаточно проблемным. Допустим, да, если в арабском мире были, наблюдали, что там, в принципе, вот эти вот подталкивания явно наличествуют. То есть там они достаточно спокойно к этому относятся, там нет ничего страшного. И в то же время, если вы зайдете в арабский дом, то обратите внимание на то, что там практически нет стен, там все на виду. И все вместе, то есть это сообщество единое. Для европейца это совсем по-иному. Ну, одно дело южный европеец и северный европеец. Вот европейцы обычно для арабов это люди несколько холодные. И, я бы так сказал, относящиеся с определенной предустановкой по отношению к ним. Это не приветствуется первоначально. Как бы, да? А с другой стороны, просто потому, что для европейцев важно понятие индивидуального пространства. А в арабском мире его нет. Вот абсолютно разные культуры. Для индейцев есть совсем другое, для американских индейцев, североамериканских индейцев, да, свое понимание пространства. То есть в каждой культуре свое пространство. Но если мы внимательно посмотрим, это все homo sapiens, то есть разные. Казалось бы, представители разных рас homo sapiens, они ведут себя несколько по-разному. И в то же время между ними есть что-то общее и что-то интересное. И отдельное направление – это культурно-специфическое поведение. Культурно-специфическое поведение. Ну, вы знаете, к культурно-специфическому поведению можно отнести выбросы в поведении человека. Ну, выбросы, то есть то, что не вписывается в общепринятое. Что сюда можно отнести? То, что отличается от нашего поведения. Общепринятого. Вот что это за люди, кто это такие? Кавказ. Ну, это немножко иное восприятие. У них тоже иное восприятие пространства. И эмоции по-другому проявляются. Так, вот, вас взяли на заметку. Все работает. У нас прям наглядный пример. Нет, ну подождите, но у нас же есть все равно различия, да, вот межкультурные, вот у кавказского народа, у арабского. Народов, скорее того. Народов, да. Конечно. Вот, ну, я это не в данном случае выбросы, они более серьезные. Допустим, это поведение того же самого серийного убийцы. Mm-hmm. Есть выброс. Вот как он себя ведет? В чем есть отличие определенное от общепринятого? Еще одна особенность. Вот тоже момент, вы знаете, специфический бывает. И я обычно так объясняю, что сейчас мы их воспринимаем как больных, но если бы была война, они бы одели форму и пошли убивать, они бы были для кого-то героями, для кого-то нет. Это вот такой момент. Это люди, которые немножко не в свое время как бы родились. Иногда бывает и так. Нет, серийный убийца больной, если он маньяк, а если он просто киллер. Вот тут вот. А если он... Но они разные. Это тоже такая тематика очень специфическая, как бы, да? Кстати, вот Пичужкин, тот же самый бицевский маньяк, если внимательно посмотрите за его поведением, он абсолютно сохранен. Психически сохранен. И в то же время волей-неволей задумываешься. Вот такое количество, как бы сказать, убийств, которые он совершил, может ли это сделать здоровый человек, как бы, да? А он... Когда, если серийного убийцу словили, там же обязательно будет снята экспертиза и психиатрическая экспертиза. Ну так вот, смотрите, он сидит пожизненно. Ну вот и все. Если бы он был психически нездоров, он бы лечился. Да, а здесь он не лечится, он просто сидит. Вот тоже возникают вопросы. Вот я к чему все это подвожу. Допустим, в период войны, допустим, да, если мы берем мировую войну или прочее, люди подобного типа абсолютно могли бы вписаться в что-то героическое. Вот, к сожалению, такое происходит. А вот в мирное время такие люди могут вот подобные выбросы совершать. Это, на самом деле, я не могу это оправдать ни в той или ни в иной ситуации, но, в принципе, в данном случае мы должны понимать, что это выброс. Нет, ну вот какое-то количество людей... На вот красный террор – это тоже был выброс, когда... Помните, да, вот первых попавшихся представителей интеллигенции набирали, расстреливали и так далее. Ну и белый террор тоже был, простите. Да, да, да. Ну, можете вспомнить Брейвика в Норвегии. Абсолютно та же самая история. Только он своих стрелял. Кто более-менее, скажем так, ну, культурный,
да, если вот так сказать. Вот на Майдан же поехали, собрались, да поехали. Ну вот в данном случае, да, культура... А она... вот сейчас дети в школах вот расстреливают тоже, да? Это тоже выбросы. То есть вот что человека сподвигает на подобные, как бы, модель поведения? Это как раз-таки и есть культурно-специфическое поведение. Да, да, да. То есть вот как культура постепенно формируется благодаря интернету, да, вот тому же самому, когда передаются подобные знания, подобная информация передается через средства массовой информации. Как ни странно, почему в поведении человека это, оказывается, наличествует? Вот что приводит к такому сбою в поведении, когда люди начинают подбивать друг друга? Вопрос риторический сейчас. Просто я говорю, вот, обратите на это внимание нужно, чтобы мы немножко сейчас не ушли, немножко не туда. Хорошо, но а вот вербовка и вот эти вот взрывы, то, что люди себя подрывают, это же тоже сюда тогда? Да, получается? Да, это тоже специфическое поведение, но его можно и ближе подвести к такому понятию, как подверженность внушению. Ну да. Да? То есть, вот, допустим, обработка с точки зрения внушения, она в ряде случаев очень бывает для таких людей важна. Вот идейные люди бывают, то есть это тоже сюда. То есть это некие выбросы, специфика, вот почему у человека это проявляется. Какие еще крайности могут быть? Ну, необычный человек родился необычным, у него большой рост, у него большая сила, допустим, да, и ведет он себя как-то, ну, возьмите баскетболистов. Ну, да. Да, вот тоже немножко отличается от других людей. Или возьмите обратную ситуацию, когда гормон роста практически не проявляет себя, и человек, ну, в принципе, он абсолютно сохранен, но проблема в том, что вот конечности и туловище у него, мягко сказать, незначительные. Так, мягко сказать. И вот тоже поведение такого человека, да, это тоже оказывается важно. Что же здесь может наличествовать, присутствовать? Теперь зададимся вопросом, вот что здесь больше, антропологии или психологии? Антропология с точки зрения описания, как бы, да, такого человека, а психология с точки зрения того, как он себя ведет, как он объясняет свое поведение, каким образом он мотивирует свое поведение. И здесь можно задуматься, при помощи чего мы можем получить такие знания об этом человеке. Во-первых, это интервью. Или анализ неких исторических материалов, которые, ну, история – это истолкование, поэтому тут вот тоже надо всегда брать разные точки зрения. Вот тут я вспомню Николая Степановича Гумилева, у него было специфическое лицо, вот по воспоминаниям описывают по-разному. Очень красивый человек, а часто описывают, что его голова напоминала вишню. Вот, он волосы брил на голове, получалось вот такое, знаете, вот что-то, кто-то описывает как очень красиво, кто-то как очень некрасиво, и чаще всего описывают женщины, причем женщины описывают, что он производил какое-то особое впечатление, а мы с вами знаем, что женское восприятие мужчины зависит во многом от овуляции. И тут оказывается, вот она его запоминает, в каком состоянии она его запоминает. Она не будет это анализировать. В ряде случаев она может это осознавать, может не осознавать. Но восприятие мужчины, женщины, во многом определяется чисто биологическими факторами. Может она в это время зачать ребенка или не может? Вот уже разница, как бы. Да, мы говорим об объективности. Какая тут объективность? Тут чисто биологическая объективность. А, вот, теперь еще. Где еще мы можем взять эту информацию? Пресса, литература, живопись, фотография, да, если мы изучаем таких людей. Угу. Еще очень важный момент – это анализ поведенческих стратегий в той или иной ситуации, начиная от военного искусства и кончая дипломатическим искусством, искусством риторическим, как бы, да, здесь вот очень любопытно можно наблюдать разные модели поведения. Юридическая сфера, опять модели поведения определенные, и здесь они также могут для нас дать довольно много полезной информации. Еще одна тенденция с точки зрения такой биологической этологии, вот посмотрите, в настоящее время мы наблюдаем очень странный эффект. А с одной стороны, пубертат наступает раньше у детей. Сейчас норма наступления пубертата порядка 11 лет. В 11 лет начинается пубертат.
А общество инфантилизируется. И поэтому отдаляется возраст вступления в брак и возраст обзаведения детьми. Отдаляются определенные возрастные специфики. И если раньше человек в возрасте 25 лет был уже абсолютно зрелым, то сейчас мы говорим, это практически молодой человек. Мы то же самое можем сказать о 30-летнем, 40-летнем. А в ряде случаев о 50-летнем или даже старше. Как бы, да? Получается очень странная ситуация. То есть в нашем обществе, в нашей цивилизации наблюдаются совсем другие аспекты. Когда говорили, уже пожилой человек или старуха, да, ей 35, 19 век, старуха. И сейчас 35, господи, ну это девушка, мы говорим. Разница есть. Нет, разумеется, психологический возраст у человека в голове. Но в данном случае очень важно, что в нашем обществе, в нашей цивилизации, да, это немножко стало меняться. Это тоже некий повод для изучения этологии. То есть вот что-то, какие-то нюансы меняются. Мало того, пластическая хирургия стала очень популярна. Попытка скрыть свой возраст, как бы, да, таким образом. То есть это тоже момент очень важный. А если мы почитаем Штефана Цвайга, воспоминания европейца, то там как раз он вспоминает Австро-Венгрию, что было очень некрасиво быть молодым человеком. И молодые люди пораньше, уже с гимназической поры, пытались обзавестись усами, бородкой или бородой окладистой для того, чтобы выглядеть более старшими. Молодые люди не почитались в государстве. И человек должен был вызревать для того, чтобы он был уважаемым. То есть это было важно. И поэтому вот как раз вот попытка растительности на лице, изображение такого, как раз сюда сводилось. Ну и девушки тоже отнюдь не пытались особо молодиться, кстати, да, если посмотреть в то время. Да. А сейчас мы наблюдаем совершенно обратную ситуацию. И тут бывает очень сложно как бы понять некоторые тенденции. Еще тенденции очень специфические появляются у людей с точки зрения отношений друг к другу. Да, тоже такие вот моменты несколько любопытные. Это тоже этология. Это тоже этология. Именно с позиции этологии иногда имеет смысл посмотреть на любые социальные проблемы или социальные ситуации, которые возникают. Это очень интересно. Посмотреть со стороны, как наблюдателя. Но все-таки, если мы говорим о том, что объединяет человека и обезьян, в первую очередь, это социальная среда. Мы социальные существа. При этом, чем социальная организация более сложная и более гибкая, тем больше она может защитить своих членов. Чем она более сложная и более гибкая, социальная система, тем она лучше может защитить своих членов. Ну или особей своих, как бы, да, данного вида. Вот у человека для того, чтобы вот подобный процесс протекал более серьезного отличия от обезьян наличествует следующее, очень важное приобретение. Это свобода воли. Свобода воли. Ну, у обезьян есть свобода воли? Ну, есть. Зачатки свободы воли есть. Только вопрос возникает в другом. Вот как они это реализуют и для чего? Там, скорее всего, это проблемы лидерства. Да, вот это лидерство воли, это экспансия определенная, завоевание территории. Вот здесь вот свобода воли может быть наличествует, но в ряде случаев это чисто биологическое. Второе – это речь. У человека есть речь, у обезьян есть зачатки речи, как бы, да, некие звуки, которые они, гортанные звуки, которые они произносят, но речевой аппарат у них биологически не сформирован, они не способны к речи. А у человека свобода воли, в принципе, у него есть разные возможности для своей жизни, для своего развития. То есть он может выбирать. А если общество более как бы совершенно, то у него много выборов может быть. Если общество примитивное, у него единственный выбор, он просто будет заниматься поддержанием
жизни в русле данного общества. Допустим, если мы берем несколько примитивную какую-то культуру, да? Ну, какой еще выбор может быть у человека, который живет, допустим, в тундре и занимается оленеводством? Кем он может быть в тундре, кроме как оленеводом? Какие у него варианты? Он может быть философом, но параллельно с оленеводом. Ну, потому что надо выживать, потому что природа очень... Может быть, рыбаком. И параллельно с этим философом. А у нас? У нас оленеводами не могут быть. У нас оленей нет здесь. Если только в зоопарке. Вот в нашем обществе какие у нас возможности? Вы знаете, чем более развито общество, тем больше возможностей. Вот в данном случае мы с вами сейчас немножко переходим к экономическим вопросам, к очень важному такому компоненту, да, экономическим вопросам, потому что возможности есть, но для этого нужны средства. Второе, это к возможностям родительской семьи для того, чтобы молодой член общества мог в определенной степени несколько развиваться в разных сферах. Это вопрос, связанный со свободным временем, с мотивацией и разными-разными компонентами, которые сюда тоже включаются обязательно. Но все-таки у нас гораздо больше свободы воли, нежели чем в мире обезьян. Ну вот смотрите, получается, что вот этот вот родительский компонент, он получается, такое большое место занимает, что ребенку-то вполне себе удобно оставаться таким инфантильным. Ну, не всем детям так удобно, то есть не некоторым, всем, да, не всем, конечно. Но во многом это сыграло существенную роль. Да. А дальше, смотрите, речь. Что нам дает речь в первую очередь? Не только передачу информации и эмоций, но и, что самое главное, эту речь мы можем передавать из поколения в поколение. Потому что речь у нас может быть не только устной, но и письменной. А даже устную речь мы можем записывать на определенные средства записи, аудио или видео, которые могут сохраняться, и тем самым эта информация передается. А у обезьян, в принципе, этого нет. И они ограничены только двумя поколениями или тремя поколениями, которые находятся в русле данного сообщества. Дальше знания не передаются. И способности к передаче знаний друг другу, они не наделены, кроме только жизни таких вот важных знаний каких. Ну, этими знаниями любое животное, детеныша обучает, да, вот как охотиться, как что-то делать. Это мы можем увидеть и у кошки, которая котенка объясняет, как правильно прыгать и так далее. Иногда это очень умильно наблюдать, но в принципе это обучение, это банальное обучение. Вот до определенного периода оно идет, а дальше животное должно справляться само. Кстати, в человеческой среде, в ряде культур, молодое, как бы сказать, существо продолжает находиться под опекой родителей очень длительное время. Это тоже вот для нашего общества почему-то свойственно, а вот для, если мы берем другие общества, может быть по-разному. Что еще? У человека есть культура, а искусство. Есть у обезьян искусство? У собак есть искусство? Пили косточки. Или выгрызенного какого-нибудь одеяла. Метить территорию. Это неописуемо. Воскликнула собака, взглянув на московский Кремль, да? Из этой серии. Вот это искусство. Вот, но по факту, конечно, это чисто человеческое, именно искусство. Причем, обратите внимание, дети с раннего возраста склонны к творчеству. Просто потом какие-то творческие способности родителей, взрослые пытаются заглушать, но главное, что в принципе у человека это одно из важных черт, которые с детского возраста проявляется, творчество. Главное только, чтобы он потом в юристы не пошел. А что там? Ну, творческий юрист, если как бы... Если это законодатель, это очень жестоко. Нарисует. Одно дело, если это адвокат, допустим, да, вот это может помочь. Дальше. Это такие особенности, как мораль и чувство ответственности. Ну, мораль у них немножко по-иному проявляется, в чистом виде морали у них нет. У них есть определенные требования, которые молодая особь должна соблюдать обязательно. Да? Если эти правила не выполняются, ее могут либо покусать, либо убить. Там несколько вариантов может быть. Либо изгнать из своего сообщества.
а она одна навряд ли сможет выжить, как обычно, как бы, да, то есть тоже такая особенность есть. Но в чистом виде мораль – это у человека, то есть вот зачем мораль человеку нужна, если внимательно подумать? Для того, чтобы потомство было жизнеспособным, это раз, правильно? И второе очень важное, чтобы выстраивали взаимоотношения внутри сообщества так, чтобы они шли ровными, гармоничными и не было каких-то эксцессов или прецедентов. Вот суть этой морали. В принципе, в любой культуре мораль у человека наличествует. И это важно. Но бывают и аморальные типы, и тогда мы их в этологии можем изучать специально. Да? Почему появляются такие люди, которые мораль отрицают полностью? Если вы мне скажете, что анархисты полностью отрицали мораль, не совсем так, они вместо этой морали предлагали свою мораль. То же самое атеист – это вера, атеизм. То есть они верят в то, о чем говорят. То есть это все равно вера, это разновидность веры, пускай она связанная с отрицанием. То есть здесь тоже очень интересно. Следующее. У высших человекообразных обезьян, допустим, у тех же самых горилл, зачатки этих свойств присутствуют, но они выражены достаточно мало, да, и в любом случае горилла навряд ли способна к творчеству в чистом виде. Шимпанзе, допустим, способны к усвоению знаков, к оперированию знаков, язык могут осваивать, и сейчас очень интересные эксперименты проводились с ними, но важный момент, что в настоящее время все равно получается, только у человека есть те самые черты, о которых я сказал, а в обезьянном мире они, естественно, не проявляются в должной степени. Теперь еще врожденные особенности невербальные, которые присущи человеку. Это выразительные движения, плач, смех, улыбка. Выражение боли, выражение печали. В принципе, это универсалии, свойственные всем людям. А есть, допустим, один культурный феномен, но он абсолютно разный в разных культурах. Пример. Добывание огня в разных культурах свое. От просьбы прикурить до палочки, которые пытаются как бы, да, вот между ладонями крутить. Ну, в нашем мире чаще встречается просьба прикурить. То есть в каждой культуре огонь добывается по-своему. Кто-то добывает при помощи того, что пытаются камнями как бы, да, вот искру высекать. Кто-то при помощи... Но сейчас же этого уже, наверное, нет. Ну, в разных культурах по-разному. Ну, почему? Вы знаете, если мы оказываемся в дикой среде, в дикой природе, нам в любом случае эти навыки могут пригодиться. Да там, если окажешься, мне кажется, и палочки вот пойдут, и камушки, и все. Да, что-то. Но если человек умеет это делать, то в разных культурах это немножко свое. Или хотя бы знать теоретически. Или хотя бы теорию знать, как это делать, чтобы все это подпустить. Вот, поэтому, разумеется, когда мы говорим о человеке, здесь много довольно любопытных компонентов проявляется. Теперь, что такое невербальная коммуникация? Давайте рассмотрим ее сейчас вот пока вкратце. Невербальная коммуникация включает в себя ольфакторику, это запахи. Это зрительный контакт, звуковой контакт. Ольфакторика, запахи, зрительный контакт, звуковой, тактильный контакт. Обратите внимание, в принципе, все это наличествует в животном мире. Запахи есть на 100%. Тактильный, зрительный, звуковой контакт есть обязательно. То есть это свойственно животным так же, как и человеку. А вот есть
чисто человеческие особенности, которые животному миру не свойственны. Первое – это одежда. То есть невербальная коммуникация, связанная с одеждой. Для определенных каких-то событий, да, люди носят разную одежду, вы обращали внимание. То есть на лыжах летом они почему-то не ходят, хотя лыжи – это не совсем одежда, а спортивный костюм лыжный летом будет выглядеть несколько странно, допустим. Для животных, в принципе, все гораздо проще. С другой стороны, у них есть линька. Как бы, да, но, извините, линька и одежда – это все-таки разные. А у людей тоже линька есть. Есть, конечно. Да. Это очень полезное изобретение. Приобретение, точнее. Следующее – это манипулирование собственным телом. Вот у животных этого нет. А что под манипулированием собственным телом подразумевается? Этим любят заниматься женщины обычно. Они это называют образ. Собственным телом. То есть создание нового образа какого-то. Имидж и прочее. Ну, имиджа в животном мире нет. Там имидж один. Если ты сильный, вот у тебя имидж. А невербальная коммуникация человека и сама по себе интересна. Интересна тем, что она, в принципе, всегда используется параллельно с вербальной. Ну, в ряде случаев может и не использоваться. Допустим, вы провожаете человека, он сел в поезд, вы стоите на перроне и смотрите на него в окно. Слова здесь не помогут. Нет, сейчас уже есть средства коммуникации, всегда можно позвонить и так далее. Как бы, да? Но обычно вы включаете невербалику, и при помощи невербалики вы можете какую-то информацию передать. То есть здесь вербальное особо не помогает. Хотя некоторые продолжают говорить. Кстати, тоже обращали внимание на такую очень странность большую. Вы разговариваете по телефону с человеком и улыбаетесь, как бы, да, или жестикулируете. То есть тут, оказывается, ваша невербалика вам помогает. И это действительно так. Потому что когда обучают людей для работы на телефоне, обязательно просят улыбаться, когда говорят с клиентом. А ее слышно улыбку? Улыбку слышно, получается, да. Поэтому здесь элемент невербалики, он очень важен. И, естественно, человек, который улыбается, его воспринимают всегда более благоприятно, позитивно. Но только не в России. В России, когда человек идет по улице и улыбается, или разговаривает с вами и улыбается, он подозрительный. То есть здесь явно что-то неправильно. Либо он что-то задумал, либо он откуда-то сбежал, да? Либо, в лучшем случае, это психиатр, который ищет того, кто откуда-то сбежал и что-то задумал. Или задумал, а потом сбежал. Ну, там по-разному бывает. Вот в данном случае, конечно, улыбка, она играет очень большую роль. Теперь, что еще важно для невербального поведения? Это оценка нами друг друга, как мы друг друга оцениваем. А оцениваем мы друг друга в первую очередь по внешним параметрам. Не по внутренним параметрам, а по внешним. Мы не на душу смотрим, а на внешность. Ну как мы можем душу человека увидеть внешне? Как? Ну, некоторые скажут, они сразу видят, там, да, вот такой человек. Ну, это, конечно, все очень интересно. А с точки зрения биологии мы на внешность ориентируемся. И что здесь важно? Это, во-первых, статические индикаторы. То есть это параметры человеческого тела, это раз. Параметры человеческого тела. Какие параметры при коммуникации оказываются более важными? Это рост. А если человек высокого роста общается с человеком маленького роста, как это общение выглядит? Сверху вниз. Сверху вниз, то есть здесь в любом случае покровительственное, да? Но есть и обратное. Допустим, мужчина маленького роста подбирает себе в качестве второй половины женщину большого роста. Зачем? Чтобы то ли расти в ее глазах, то ли наоборот немножко свой статус тем самым повышать. Иногда очень смешно выглядит, но это есть, как бы, да, обращали внимание. Тоже в чистом виде биология. С другой стороны, человек маленького роста общается с человеком высокого роста. Как он общается? Снизу вверх. Это в любом случае от банального заискивания до несколько неадекватности какой-то. Поэтому и говорят, люди небольшого роста, как правило, достаточно могут быть авторитарны часто. Потому что у них сильный комплекс неполноценности по отношению к своему росту. Да, да, сюда. А люди большого роста, иногда у них бывает... Повторюсь, иногда. Ну, некоторое свое чувство юмора. То есть доходит до них постепенно. Вот. Не до всех, до кого-то быстро доходит. Ну вот есть такая особенность. Тоже здесь мы можем обратить внимание, внешние параметры важны.
Дальше, кроме роста, на что еще обращает внимание в первую очередь? Вес, наверное. Ну, вес, ну, я думаю, все-таки, во-первых, принадлежность к своей культуре. Или к чужой культуре. Вот здесь тоже разные предпочтения. То есть к какой культуре относится собеседник? Важно? Очень важно. Ну, вот, допустим, как часто вы общаетесь с представителями Океании? Не общаюсь. С папуасами? Нет. Может быть, у вас приоритет, вам нравятся папуасы. И только папуасы. Но здесь они встречаются очень редко. Поэтому и нравится. Поэтому и нравится. Нравится ни с кем не общаться, так скажу. Но при этом, смотрите, ведь для людей, которые на нас не похожи в некотором плане, допустим, другая раса и незнакомая нам национальность, мы относимся сразу несколько с настороженностью какой-то. И мы ожидаем от них обязательно какого-то подозрительного поведения. Кстати, скорее всего, это будет взаимно. Если вы туда к ним приедете, на вас будут так же смотреть. А еще видно, к какой субкультуре человек относится. Если он какой-нибудь националист, тоже к нему с опаской относишься. Ну, хиппи, да, ну, хиппи-то уже прошли, да, потом были после хиппи уже несколько подобных направлений. Вот, ну, вот сейчас более важно то, что кроме национальности, кроме расы, цвета кожи, что тоже важно, иногда бывает приоритет, а иногда не совсем. Кстати, вы обращали внимание, насколько африканки красивы всегда? Вот. Физически, насколько удивительные люди с точки зрения физической, как бы, да, вот своих возможностей. И с другой стороны, мы когда видим африканцев, у нас всегда либо улыбка появляется, нам то ли смешно, то ли забавно. Но они очень эмоциональны, и нам это нравится. Вот у русских есть такая особенность, им нравится общаться с африканцами, потому что они очень искренне и эмоционально. Это всегда как-то интересно для русских оказывается. Вот есть такая тенденция, я и в советское время наблюдал, и вот с 90-х годов это сохраняется всегда. И африканцы как-то это чувствуют, начинают общаться, тоже улыбаются. То есть взаимная улыбка идет как-то, да, вот бывает любопытно иногда. Но в то же время есть такая тенденция. Но самое главное, кроме вот этих компонентов, на что мы еще обращаем внимание особое? Цвет волос есть важность? Иногда есть, потому что есть определенные предустановки, определенные стереотипы в плане цвета волос. Допустим, самые такие непредсказуемые, неадекватные и слишком эмоциональные – это кто? Блондинки. Конечно, блондинки – это рыжие. Конечно. Да, и сразу вспоминаю ирландцев, да, вот, как правило, рыжий цвет и так далее. То есть вот в данном случае… Немцы тоже, по-моему. Вот. Зачем вы на меня тут смотрите? Рыжего немца как-то видел. Вся семья там была рыжая. Еще, на что мы будем обращать внимание? Вот чисто внешне, какие параметры могут быть важными для человека? Здесь пока идет чисто социально-биологический компонент. Социальные. Язык, культура, похожий, не похожий. Если похожий, будет некоторая либо предустановка, либо интересно, все равно будет дистанция сохраняться. Если своя культура, значит пойдет более тонкая дифференциация в отношении, к какой подгруппе относится, какие взгляды, какое отношение и прочее. Это тоже будет важно, естественно важно. Следующее, на что мы еще особое внимание обращаем. Голос. Голос, да, конечно, голос очень важен. Да, голос. Угу. Тембр голоса. Тембр голоса. Вот тут очень важно, если, неважно, мужчина или женщина владеет грудным голосом, таким вот низким грудным голосом, то, собственно говоря, все сложилось. То есть неважно, что будут говорить, если мужчина говорит таким голосом низким, женщина начинает уже вот как бы плавать. Да, вот, слушай этот голос. Если женщина начинает таким голосом говорить, такой голос мы обычно называем сексуальный голос. Это вот сюда, допустим, да? То есть, смотрите, на голос идет реакция. Или, допустим, если голос очень высокий, женский высокий голос еще более-менее, мужской высокий голос уже, как бы, извините, немножко печальненько воспринимается все это. Ну... Теперь еще, что здесь может быть важным? Это физические параметры, чисто физические параметры, которые тоже могут играть определенную роль. Длина конечностей, лицо, насколько лицо
как бы сказать, соответствует определенным критериям, как бы, да, у человека, который наблюдает за этим, смотрит на этого человека. Критерии красоты в каждой культуре свои. Для азиатских людей мы все рыжеволосые и очень страшные, и очень старые. Да. Вот. А как мне мой знакомый вьетнамец, когда ты говорил, как вы в ваших женщинах разбираетесь, они вот все на одно лицо. То есть, ну, да, да. То есть вот здесь вот действительно все на одно лицо, да, вот, а если мы на них посмотрим, вообще-то тоже. То есть здесь мы видим прекрасно, что дифференциация у нас немножко специфична при восприятии людей другой расы и другой культуры, может быть. Теперь еще один момент, который важен. Это, будьте здоровы, это движение, это жесты и мимика, которая использует объект нашего наблюдения и по которым мы делаем выводы о том, с кем мы будем иметь дело или имеем дело. То есть жесты и мимика здесь оказываются очень важны. А ведь жесты и мимика четко будут говорить о принадлежности к той или иной культуре. Вообще, склонность судить о людях по их внешним проявлениям человеку свойственна была всегда. И что самое интересное, у русских есть поговорка «встречают по одежке», провожают по одежке. По одежке. В наше время все равно по одежке провожают. Если вы внимательно посмотрите. Нашего времени не стало. А вы не торопитесь. Ну и правильно. Вот, то есть в данном случае... Какие здесь компоненты могут играть очень большую роль? Первое впечатление. Вот французы говорят, первое впечатление всегда самое правильное. А мы говорим, первое впечатление обманчиво. Да, вот в разных культурах. Не знаю. Очень часто возвращаешься к своему первому впечатлению. Очень часто. Ну, вы знаете, вот в русском языке есть такая фраза. Безделица, радующая глаз. Я всегда думаю, какой из них безделица будет радовать, левый или правый, тут задумаешься. Поэтому первое впечатление, каким левым или правым глазом вы сделали, как бы, да? Поэтому тут, может быть, вот одним глазом делаете верное заключение, главное, вторым. Чтобы не третьим. Ну да, если он внезапно прорубится, там, да, где-то третий глаз. Но здесь, кстати, мы тоже подходим по очень интересной теме. Интуитивно мы можем. А суть человека определить по первому впечатлению. Можем? Можем. Не все, правда, могут. Поэтому здесь это неприменимо ко всем людям. Что оно правильное тоже будет. Но если, допустим, мы занимаемся диагностикой невербального поведения, если мы этому обучаемся, как бы, да, если мы этим начинаем владеть, естественно, мы более-менее быстро можем схватить какие-то компоненты. Чисто профессионально. Но, с другой стороны, разумеется, для кого-то первое впечатление будет точным и верным, для кого-то не совсем. Мало того, очень часто бывает в сознании человека, вот с одним каким-то человеком был какой-то серьезный конфликт или какая-то не очень хорошая ситуация сложилась. Лицо запомнили, потом встретили человека с похожим лицом, да. И автоматически он вам не понравился, потому что он на Гитлера похож. И получается, что этот человек, несмотря на то, что он похож на другого нехорошего человека, он может быть и другим совсем, но вы ему начинаете приписывать именно эти черты. То есть здесь вот тоже эти механизмы играют очень серьезную роль. И еще любопытно, запишите, что в 25-м году Гельмгольц обратил внимание... В 1925 году, ну, сейчас пока у нас не 25-й год, а 19-й. 800. Нет, это слишком много. Обратил внимание на то, Гельмгольц. Гельмгольц обратил внимание на то, что фиксация первого впечатления у людей настолько сильна, что ее практически невозможно изменить сознательно. И он объяснил это, знаете как? Что зрительное восприятие, можно еще раз, если она сложилась, ее практически невозможно сознательно изменить.
зрительное восприятие не контролируется зонами коры головного мозга. А кора головного мозга отвечает за сознательные суждения. Отсюда все. Как еще раз зрительное восприятие? Зрительное восприятие не контролируется зонами коры головного мозга. Которые отвечают за сознательные суждения. Иными словами, получается, что чисто биологически наше первое впечатление накладывает очень большой отпечаток на дальнейший возможный контакт с этим человеком. Вот либо понравился, либо не понравился. Та же самая влюбленность вот сюда относится. Логически ее уже никак не объяснить, она к логике не относится совсем. Она к биологии относится, но к логике нет. Хотя в биологии своя логика. И только потом мы делаем бессознательное умозаключение по поводу увиденного. Бессознательное умозаключение. Давайте рассмотрим, какие каналы связи использует человек в невербальной коммуникации и при помощи чего. Ну, первое. Альфакторный канал связи. А мужчины и женщины, как бы, да? Вот если мы посмотрим на альфакторный канал связи, разумеется, это запах. Может быть, вы обращали внимание, что самец человека пахнет гораздо больше, чем самка человека? Ну, разумеется, если они моются все равно. Если не моются, я всегда объясняю. Вот вы считаете, что если дома у вас живет какое-то животное в клетке, как бы, да, то там пахнет сильно. В природе животные и птицы не пахнут. Почему? Потому что в природе. Если вы хотите узнать, как пахнет человек, специально для вас изобрели давно плацкартные вагоны. Пожалуйста, купите билет куда-нибудь на 200, 300, 400 километров подальше, как бы, да, и посидите в этом вагоне и понюхайте людей. Вот тогда вы, в принципе, поймете, как бы, да, как в искусственной среде пахнет человек. Да, опыт был, да, судьба. А я помню, как я однажды возвращался из Тулы в тройке, в галстуке. Единственный билет взял. Мне срочно надо было в Москву возвращаться вечером из командировки. И около меня, вот я на боковом сиденье сидел, вот так вот нога человека вот так вот болталась, он там, ну, пятка такая, знаете, вот, ну, типа дворника. Я так для себя объяснил, просто дворник. Ну. Альфакторика там тоже наличествовала, как вы догадываетесь. Причем, смотрите, если мы говорим о альфакторике, опасность, в состоянии опасности у человека потеют ступни и ладони. Если бы мы умели как бы чувствовать этот запах, мы бы его почувствовали. Этот запах хорошо чувствуют собаки. Подождите, еще и вегетатика работает. Конечно, конечно. Да. Это чисто биологическое. Догадайтесь, почему у нас ступни и ладони начинают потеть в период опасности. Да потому что можно при помощи ступней и ладоней быстренько убежать куда-нибудь на близлежащую сосну в случае опасности. Но мы этого уже не умеем делать, потому что наши ладони и ступни не предназначены для перепрыгов по сосне. Но если вы, конечно, ногти отрастите большие, может быть. У женщин такое бывает, но на верхних конечностях они неудобные, они обычно наклеиваются, то есть они не функциональны. Как это происходит? Я буду об этом рассказывать чуть-чуть позже сегодня. Вот смотрите, вот если мы берем, допустим, такую картину тела мужчины, то там довольно много зон, связанных с запахом. Наиболее бурно, как бы, да, этот запах идет откуда? Вы летом ездили в метро? Разумеется. Вот там человек около вас встал вот так вот, и за поручень держится, и тут вы рядом стоите, так вот, хорошо, как бы, да, уже голова поплыла. Давайте неприятно. Давай, пусть.
У женщин таких запахов немножко меньше. Но, кстати, обратите внимание, чисто биологически, да, для женщины мужчина, который специфическим образом пахнет, может вызывать определенный интерес в период овуляции. Но при этом запах мужчины должен быть свежим. Если потная рубашка, свежая потная рубашка, приблизительно 15 минут. А вот после этого она вызывает отвращение и отторжение. Потому что там уже совсем другое вещество включается. Вот этот момент очень любопытный. Действительно так. У женщин, как бы сказать, ольфакторная система на теле выражена несколько меньше. Ну, и у мужчин, у женщин, это, разумеется, гениталии, они специфический запах имеют. У мужчин подмышки, у женщин они тоже наличествуют, но несколько меньше. Если волосы там есть, запах будет крепче. Поэтому просто вот имейте в виду на всякий случай. Да? Это вот небольшой момент такой важный. Вот, но женщины часто начинают использовать запах, ольфакторную систему, для того, чтобы несколько усилить какое-то состояние. Да, это могут быть феромоны специальные. Именно при помощи феромонов они начинают воздействовать на подсознание мужчины. Феромоны могут быть естественными, а могут быть и связанными с парфюмерной продукцией. Только здесь нужно ее очень аккуратно использовать, потому что некоторый перебор вызывает агрессию часто у людей. Ну, когда женщина то ли выпила, то ли надушилась, вот полный, как бы, да, полную бутылочку каких-нибудь французских духов, как бы, вылила на себя. Вроде бы пахнет неплохо, то есть комары не будут подлетать, но с другой стороны, вот если едете с ней в лифте, это жестоко. А мужчины же тоже пользуются парфюмом? У мужчин чисто природно, у большинства мужчин, имеется в виду, ольфакторная система выражена несколько слабее, чем у женщин. Женщина на ольфакторику больше ориентируется, чем мужчина. И мужчины часто в этом просто могут не разбираться. Как, ну, если, ну, не чувствуешь запах? Ну и прекрасно, и, в принципе. Другое дело, что вся пища будет приблизительно на один вкус. Потому что мы, да, когда насморк бывает, обращали внимание, что тогда мы перестаем чувствовать вкус пищи, которую едим. Потому что мы должны вдыхать запах. Но ольфакторная система для человека очень важна. А мало того, смотрите, чисто биологически, запах младенца. Да? У кого дети есть, да, вот сразу можете вспомнить этот запах, четко определить. Чистая биология. Причем обычно запах младенца вызывает у нас какие эмоции, ощущения? Умиление. А чем младенцы пахнут? Они пахнут молоком, действительно. Вот есть такая особенность. Так мы дифференцируем, как бы, да? Если там конетецкая, это другое. Мясо пахнет. Ну, это, как бы, извините. Конечно. Второй канал связи – зрительный. В зрительный канал связи входит мимика, жесты и позы. Кстати, все это наличествует и в животном мире. И запахи, как ольфакторика. Допустим, те же самые собаки на ольфакторику особое внимание, как бы, да, обращают при знакомстве друг с другом. И вот когда бегают, обнюхивая все. Да, у них там есть особые... Мимика, жесты и что? Позы. То есть зрительный канал включает в себя мимику, жесты и позы. Осязательный. Это тактильный контакт. Да, вот что я не сказал. Смотрите, мимика и жесты у человека развиты больше, нежели чем у обезьян. А вот поз у человека меньше, чем у обезьян. А нам обязательно вот все это сравнивать с обезьянами? Ну, в данном случае просто интересно, как это развивалось приблизительно, насколько это свойственно. А вот тактильный контакт у нас и у обезьян одинаковый. Тактильный контакт. Одинаковый. Одинаково выраженный. А вкус у обезьян больше. Но мне кажется, просто... У них вредных привычек нет. Есть, у них все есть. Некоторые курят. Если знают, кто-то курит, обучается и курит. У них есть много. Здесь они мало человек отличаются. В природе нет. При общении с человеком усваивают, и, ну, есть такое, просто их ради, наверное, интереса обучают этим вещам. И есть и алкоголизм у обезьян, тут тоже это такой. У любых, конечно. Только кошкам повезло. Повезло. У них есть валерьянка, корень валерьянка.
проверено. Следующее. Это звуковой канал. Интонация, интонирование. Ну, в данном случае человек, конечно, имеет очень богатый спектр интонаций. Некоторые языки, допустим, китайские или русские, они очень богаты интонациями. И изменение интонации абсолютно меняет значение слова. Ну, да, в силу чего эти языки сложны. Слово с разной интонацией обозначает. И сюда же относится такой еще звуковой канал, как эмоциональная модуляция голоса. Эмоциональная модуляция голоса. Когда мы немножко начинаем менять, да, вот голос слегка, мы чуть-чуть его меняем, слегка меняем, как бы, да, и мы меняем специфику восприятия информации, которую говорим. Вспоминаете Эдвард Родинский, передача его, когда он начинал говорить тихо, вкрадчиво, потом внезапно начал кричать, раз, крикнул, и снова замолчал, и пошел. Я с таким удовольствием слушаю, я не очень люблю, когда он кричит, с другой стороны, он настолько изумительно владеет голосом, да, артистично владеет, он же все-таки драматург, писатель, историк, больше, нежели чем просто человек, который говорит, как бы, да, излагает при помощи вербалики. Но в то же время, как он владеет этой модуляцией, насколько хорошо он заставляет слушателя или зрителя обратить внимание, сакцентировать внимание на чем-то, вот это, конечно, очень интересно. И еще один момент, который только человеческий, сугубо человеческий, в животном мире нет ни у кого. Символический канал. Символический канал. Сюда относится одежда. Причем не так, как у пилептоида, зимой и летом одним цветом, да, а обычно у человека разная одежда под разные случаи жизни. Это уже чисто человеческое, это просто попытка собаку превратить в что-то очеловеченное, как бы, да. Но это не совсем так. Собака – это животное, человек – это человек. Тут не надо. Ну, человек тоже. Марионета, вам все равно сложно ходить. Ну, это момент другой, да. Ну и нам тоже нелегко, обувь тоже у нас. Хотя мы, слава богу, не так вот. Не голыми ногами ходим, да? Ну уж да, это неудобно. Толстовцев я не встречал, ходящих по реагентам. Следующее украшение. Украшение. Причем символическая функция украшения, чисто человеческая. Татуировки. Ну и еще отдельные манипуляции с телом. Что это за манипуляции с телом? Это изменение своего имиджа. Изменение своего лица, коррекция своего лица, коррекция фигуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, чисто человеческое. Теперь давайте немножко перед перерывом рассмотрим такой вопрос. Это этнопсихологический подход к невербальному поведению. Когда мы имеем дело с разными культурами, мы обращаем внимание на то, что невербальное поведение представителей разных культур абсолютно могут быть диаметрально противоположными. Тогда возникает вопрос, почему появились те или иные культуры и каким образом это невербальное поведение сформировалось. Итак, запишите, что когда мы анализируем межкультурную коммуникацию, то мы должны учитывать, что для представителей западных культур, куда русские тоже относятся, кстати, в первую очередь важна содержательная сторона коммуникации. Что говоришь? Содержательная сторона коммуникации. Что говоришь? А для культуры Востока, восточных культур, азиатских культур, более информативно
более информативная роль. Это контекст сообщения. С кем, когда, в какой ситуации происходит общение. А что говорят, это уже несколько вторично. Карен, согласна? Нет, как вообще? Абсолютно разные, да, вот подходы. С кем говоришь, когда говоришь, не что говоришь, но в определенных каких-то ситуациях. То есть есть некие ритуалы, которые нужно выполнять. В зависимости от того, что за ритуал как бы происходит, сразу делаются выводы о том, удалось общение или нет. Допустим, восточный спор, когда начинается, переговоры восточные. Если дается приблизительно час общения, когда восточные люди начинают говорить по сути о том, ради чего они встречаются. Да, а то и больше иногда бывает. То есть под самый конец. А до этого идут некие ритуалы. Европеец с чего начинает? Да, то есть здесь вот абсолютно ну, существенное различие. Разная культура. Да, вот это утомительно, конечно, когда ты живешь постоянно на цейтноте и быстрее-быстрее обсуждаешь дела, на встречу приезжаешь и разговариваешь о делах. И вот встреча с человеком, с представителем другой культуры, и ты приезжаешь, мне кажется, вот это вот просто провал может быть, переговоры не удастся. Ну, когнитивный диссонанс очевиден, да. Будет, конечно. Кстати, и для них нет, также нет, общение с европейцами тоже не очень приятно. Ты не то, что готовишься, Тань, когда ты как на самом ты деле спешишь, если у тебя не было а тут вот понимаешь, вот широкая душа, и пока там это, то, пятое, десятое, у них там вот какой-то ритуал, ты просто спечешься, пока ты будешь ждать это все, чтобы дело перейти. Вот еще выделяет низкоконтекстные культуры. Низкоконтекстные культуры. Это американская культура. Низкоконтекстная культура. То есть здесь только стиль обмена информацией. Вот идет обмен информацией. Вам дают информацию, вы на нее должны отреагировать характерным образом. И все? А нет ощущения, что у нас есть приближенная сейчас история? Ну, у нас язык. Понимаете, во многом поведение и мышление народа определяет язык, на котором люди говорят. Английский язык – это язык коммуникации, передачи информации. Он как раз связан с конкретными контекстами. И вот я вспоминаю двухлетней давности статью, которую мне надо было переводить на английский и на немецкий. Когда я посмотрел, русская статья у меня занимала, уже не помню сколько, допустим, там по 30 страниц. Немецкая статья, та же самая статья на немецком языке, получилась меньше на несколько страниц. И самая маленькая оказалась английская версия статьи, где у меня было потеряно, как оказалось, порядка то ли 5, то ли 6 страниц напрочь. Я внимательно перечитывал, пытался понять, где я это потерял. Я нигде ничего не потерял. Просто русский язык более подробно описывает состояние. Он более психологический. А английский язык конкретный. Передача информации. И, допустим, американская культура – время, деньги. Идет конкретная передача информации с ожиданием конкретного результата. А вот две культуры, в этом плане мы немножко для американцев похожи, а вот друг для друга мы немножко и очень существенно разные. Это японская культура и русская культура. У нас высококонтекстная культура, потому что языки имеют специфику весьма такую большую. У нас интонирование разное, от изменения интонации совершенно разное восприятие идет того, что человек говорит. А у японцев очень много внимания уделяется в том числе невербальному поведению. Современный японец уже стал несколько, все более напоминать европейца, но в то же время вот некоторая привычка вот этого особого взгляда, да, на общение между людьми у японцев сохраняется также. И там также очень, очень важны компоненты, нюансы, особенности. Мало того, посмотрите, иероглифы, да, что такое иероглиф, это по факту пиктограмма. То есть они пишут пиктограммами, мы пишем буквами. Если они правильно рисуют пиктограмму, это говорит о том, какое состояние они хотят выразить, если они изображают пиктограмму, допустим, спокойствие, иероглиф спокойствия. У нас это немножко по-иному происходит. Но, допустим, знаете, как звучит по-японски «Россия»? Два иероглифа – «страна», и второй иероглиф, сейчас они его стали немножко менять, но все-таки «Глупцов», а рядом
по созвучию, расы. И сейчас они дипломатично поменяли на расы. И когда вот наши дипломаты общаются, они пишут так. Встреча солнца с росой. Страна восходящего солнца, или просто иероглиф солнца, значит, Япония, и роса. А до этого глупцы. Но глупцы как-то некрасиво звучало, вот страна глупцов, так вот обозначалось. Ну, это прям оскорбление. Период застоя мы и не производили. Другого впечатления. Ну, это все-таки для другой культуры. Мы, понимаете, когда оказываемся в другой культуре, все немножко сложно. Вы попробуйте вот в этой обуви японской, да, вот походить деревянный, это дикость какая-то. Но машинами их мы прекрасно. Машины, да, но машины все-таки они более европеизированные, да, в 19 веке японских машин толком не было. Да, но это немножко другое. Вот, вот по поводу японцев запишите, что японцы при общении с другим человеком на ходу перестраивают свою речь, ориентируясь на невербальные сигналы собеседника. Там невербалика очень важна. Именно невербальному поведению в японской культуре отводится гораздо больше внимания, чем вербальному. У меня был такой слушатель, который сказал, он владелец компании, проводил переговоры с японцами, хотел заключить договор, все получалось, и вдруг они отказались заключать с ним договор. Он говорит, я так и не понял, на основании чего. Значит, он... Это могло быть связано с аксессуарами, это могло быть связано с поведением, с невербаликой. Скорее всего, так и случилось. И вот что-то их оттолкнуло, отпугнуло, как бы, да, именно в том, как он себя повел. Как бы, да. Он такой прямой достаточно человек, и, судя по всему, что-то их вот именно здесь, высококонтекстная культура, не приняла этого. А русские тоже очень большое внимание уделяют невербальному поведению человека и на, него, на нем ориентируются. Ориентируются по нему, как бы, да, в поведении. Поэтому здесь, когда мы говорим о русской культуре, невербалика, она очень важна, она достаточно богатая, интересная. Ну, вот постепенно будем это все с вами постигать. Следующее. Альфакторная коммуникация. Теперь будем уже более подробно рассматривать каждый из них. Альфакторная коммуникация. Альфакторика – это запахи. И начать нужно с того, что для животного мира, для представителей разных, как бы, да, видов животного мира, мир запахов является более актуальным, нежели чем мир физический или мир, касаемый зрительного, как бы, да, восприятия мира. Ну, пример. Рыбы склонны отыскивать пищу. И сородичи по запаху, в первую очередь, друг друга они не узнают, а по запаху узнают. Это запах. Когда вы рыбу ловили, наверняка обращали внимание, вот эта слизь, специфический запах, да, вот не очень приятный бывает рыбный. Вот как раз то самое. А самец бабочки ее не видит, он ее воспринимает только как конструкцию запахов. А как она выглядит, ему вообще-то это и не нужно биологически. У него вообще зрительный канал есть? Зрительный канал немножко на другой настроен. То есть это только запахи. А для чего они тогда такие красивые? Вот это вопрос другой немножко. Это для вот. Нас. Для убить врагов. Да. Ну это тоже. Следующее. Допустим, собаки. Да? Ну, собаки понятно. Они читают новости, кто появился во дворе, что с кем происходит и так далее. То есть это все. Они еще и пишут. Да, да, да. И много пишут, да. То есть для собаки. Образ другой собаки – это ее запах, вот запишите. Для собаки образ другой собаки – это ее запах. И по запаху же они определяют близость хищников. Что такое репелленты? Да? Репелленты – это вещества, которые отпугивают насекомых, ну, кровососущих насекомых. Наверняка вы репелленты какие-то покупали, да? Репелленты. Ну, это, допустим, аэрозоль от комаров. Да, вам надо идти, срочно идти в тайгу, и вы брызгаете на себя волшебный флакончик, и после этого идете, они на расстоянии от вас летят, но близко к вам не подлетают. Они не убивают насекомых. Что такое репеллент?
Это вещество, которое отпугивает насекомых. Насекомые ориентируются также на запах. Это отпугивает насекомых. А в Кувейте в 1995 году провели очень интересный эксперимент, который удался. Это не то, что эксперимент, было необходимо. Часто в Кувейте верблюды создавали ДТП. То есть они просто выбегали на дорогу, а верблюд, как вы догадываетесь, весит довольно много. Как бы, да? Это у нас в Москве, допустим, в Лосином острове, если лоси будут часто выбегать на дорогу, тоже приятного мало. Я на дороге периодически встречал таких лосей, которые выходили и внимательно смотрели на машины. Но для них-то, как бы сказать, особенно под вечер, когда я ехал с лекции, и я вижу, два лося встали и смотрят. Хорошо, не побежали. А рядом стоит несколько машин с включенными фарами. И только потом меня осенило. Я до этого думал, что они смотрели на людей. Нет, они смотрели на свет фар. На лосей свет фар воздействует магически. Они просто стоят, и они не могут ничего с собой поделать. Они просто смотрят на них, а люди смотрят на лосей. И, в принципе, лоси никуда не уйдут от этого света фар, пока машины не уедут. Но если такое вот... Как лось побежал на свет фар перед машиной. Он, конечно, боится. Ну, это понятное дело. Но если еще машине повезло относительно. Машине повезло относительно. Причем в той машине передо мной ехала, сидел мой ребенок. И удар пришелся на его сторону. В общем, в Кувейте ситуация была похожа. Верблюды выбегали на дорогу. И поэтому кувейцы заказали в Швеции волчью мочу. Вот запишите. Кувейцы заказали в Швеции волчью мочу. И волчьей мочой шведской обрабатывали, волчьей, повторяю, обрабатывали автотрассы. А запах? Да. И верблюдов волчья моча стала отпугивать. Они стали обходить дороги стороной. Ну, понятно. То есть, если, допустим, в Скандинавии там сетки ставят, около дорог, чтобы дикие животные сетки не преодолевали, как бы, да, то в Кувейте поступили проще. Но пустыня, пустыня, вдруг дорога. Естественно, вот такое. Ну тут вопрос, как долго, как бы, да, бедные шведские волки там. Работать на Кувейт. Всю жизнь работать на Кувейт будешь. Бесплатно. Ну, конечно, как же. Вот. Ну. Естественно, животные чаще всего метят мочой, как бы, да? И если мы берем обезьян, это тоже очень похоже, как бы, да, тоже метки, в том числе и мочой. Но не только они делают метки мочой. Ну, давайте подойдем все-таки к человеку. Человек, по счастью, как бы на это особо не ориентируется по запахам. А вот что важно. Да. Ну, вы знаете, иногда бывает и чисто биологически. Допустим, если вы где-то обнаруживаете рядом с собой клошара, вы его определяете по этому запаху, а не по какому-то другому. Ну, бомжа. Да? Именно по этому запаху. А этим запахом... И ты? Нет, именно по этому запаху. А этим запахом клошар метит свою территорию, и на нее никто не приходит. Если вы едете в вагоне, где сидит клошар, и благоухает, вы навряд ли сядете рядом с клошаром. По трем причинам. Мне их перечислять или не надо? И навряд ли вы сядете рядом с ним и скажете, я тоже хочу. То есть вот в данном случае это тоже чистая биология. Но у человека, запишите, в носовой полости имеется ольфакторная область, которая несет специфические сенсорные клетки и орган для восприятия феромонов. Специфические сенсорные клетки, такую ольфакторную область. А интересно то, что мы при помощи обоняния
Ну, во-первых, осознаем, вдыхаем, чувствуем феромоны других людей. Это раз. Во-вторых, в обонятельном эпителии мы вырабатываем, ну, у нас вырабатывается два фермента, в задачи которые входят. Во-первых, устранение старых запахов и подготовка рецепторов к усвоению новых запахов. Может быть, обращали внимание, заходите в парфюмерный магазин, какофония запахов абсолютная, после этого выходите на улицу, вы полностью сбиты с толку. Но довольно быстро вы адаптируетесь, уже через 10-15 минут вы способны нормально вот, запахи воспринимать. Или, если где-то в доме ремонт идет, у вас абсолютно атрофируется восприятие запахов, через какое-то время оно немножко обостряется, а потом вы снова начинаете нормально воспринимать запахи. То есть, самое главное, устранение старых запахов и подготовка к усвоению новых запахов у нас идет. Ферменты разрушают пахнущие молекулы. Вот мозг человека способен извлечь из запаха гораздо больше информации, чем мозг примата. Считается, что человек более тонко ориентируется на запахи, нежели чем примат. Но если мы сравним человека с собачьими, как бы, да? То мы поймем, что у собак гораздо более тонкое обоняние. У кошек оно менее сильно выражено. Хотя кошка имеет такие, как бы сказать, забавные нюансы, когда она может слышать запах вкусного мяса с кухни, и она начинает как по ветру поднимать нос и вдыхать воздух. Но при этом обоняние у нее очень притупленное, оно слабое. А вот собачье обоняние очень острое. Кстати, среди собак кто самый... такой известный нюхач. Какие породы наиболее известные как нюхачи? Вот ньюфаундленд, они даже позвонили. Существует. Те собаки, которые работают с кинологами, которые в кинологическом подразделении, которые учат искать наркотики. Это они просто сами наркоманы, собаки. Поэтому они находят наркотики. Нет, там работают овчарки, спинили. Собака спинили. Ну, вот смотрите, для определенных животных обоняние имеет очень существенную роль. Для собак обоняние является одним из базовых как бы, да, вот компонентов. И действительно, на расстоянии от нескольких десятков метров вплоть до нескольких километров иногда бывает, некоторые породы могут воспринимать запах, чувствовать запах. Я вижу эту породу, просто вылетела у меня из головы. Серенькая, такая поджарая, приблизительно вот такого вот роста, тоненькая мордочка. Да нет, редко, боже упаси, ну что. Я вспомнил, походу. Коричневатого цвета, это, в общем-то, док, ну док это не то немножко. Ну, как бы сказать, да. Вот. Хаски, нет, нет, хаски она издавая. Хаски она издавая, это совсем другое. Хаски, они вообще немножко, это очень забавные собаки, но они, знаете, абсолютно слишком жизнерадостные и чуть-чуть даже сумасшедшие по поведению. Вот надо немножко привыкать к такому. А гладкошерстные? Нет. Гладкошерстные? Гладкошерстные, такого коричневатого цвета шерстка. Большие, они вот небольшого такого. Сеттеры, может быть, какие-то? Нет, нет, это не сеттер, это даже... крутится. Я сейчас помню, походу. Ладно, значит, давайте сейчас все-таки перейдем к человеку. Итак, у человека есть три основных исходных составляющих запаха. Три исходных составляющих запаха. Первый – это исходный биологический запах, связанный с генотипом человека, то есть типичный человеческий запах. В этом человеческом запахе мы должны отличать запах ребенка, запах мужчины или женщины и запах пожилого человека. Понятно, о чем я говорю? Люди пахнут. Даже если, как бы, да, они абсолютно позитивно относятся к гигиене и ко всему остальному, все равно кожа пахнет. Это нужно понимать, как бы, да, это нормально.
Вторая составляющая запаха – это те вещества, которые человек получает с пищей и питьем. В зависимости от того, что он пьет и что он ест, он и характерно пахнет. И, наконец, третье – это те парфюмерные вещества, которые он использует. То есть у нас три элемента запахов есть. Причем наиболее информативный запах, вот собаки наверняка это тоже усваивают очень хорошо, что человек ест и что он пьет. Вы обращали внимание, что собаки на расстоянии не любят пьяных людей? Не только потому, что от них пахнет, а непосредственно кожа пахнет. Они вот эти нюансы могут усваивать. То же самое касается и еды. Вот разная пища по-разному, как бы, да, разные запахи. Наверное. Ой, не знаю, собака на холодильнике идет. То есть там вообще еще все равно, как, какой запах. Да, там выработался уже безусловный рефлекс, слабо холодильник. Раз, все, собака на кухне. И источником пахучих... Источником пахучих выделений, естественно, у человека является кожа. Кожа. На коже человека около 3 миллионов потовых желез. Причем, смотрите, интересная статистика. Среднестатистический мужчина в ходе своей жизни выделяет всего-то навсего 18 тысяч литров пота. Запишите, в ходе своей жизни среднестатистический мужчина выделяет 18 тысяч литров пота. Рано радуйтесь. 18 тысяч. Это же ну, за всю жизнь. За всю жизнь. Ну какая-то цистерна, это сколько? Среднестатистическая женщина выделяет 20 тысяч литров пота. Менее вонючая, но пота выделяет больше. Выделяет пота больше, да. Мужчина 18 литров, зато какого, да? Женщина 20 тысяч литров пота. Причем известно, что потоотделение зависит от следующих факторов. Это, во-первых, температура тела, второй – пол, третий – возраст, четвертый – характер питания, и пятый – самое, казалось бы, да, вы в метро часто едете зимой – одежда. Тип одежды. В метро зимой очень много альфакторной информации вы можете получить о пассажирах, когда не хотите ее получить. Запишите, что у детей до года, в возрасте до 1 года, терморегуляционные механизмы еще не отработаны, и младенцы потеют меньше, чем взрослые. Отсюда у них опрелость и потница возникает. Потому что еще организм не научился потеть. Потоотделение у младенцев еще не сформировано, поэтому потницы идут и опрелости. Где еще довольно обильно выделяется пот? Ну, преимущественно ладони и ступни, о чем я сегодня говорил уже. Еще это подмышки, подмышечные впадины и лоб. Испарина мы называем, да, это обычно. Это ответ на стрессовое воздействие. Ответ на стрессовое воздействие. При этом каждый человек пахнет по-своему, по-разному. Ну, не надо каждого нюхать, вот, они вас не поймут и будут пугаться. Как-то неохота. Нет, ну я на всякий случай предупреждаю, вот сели в автобус, не надо каждого нюхать, не поймут. Или заинтересуются, но это не важно. Посмотря на кого попадете. Потому что все-таки образование, оно тоже может, профессия, определять поведение человека. Хотя, если вы скажете, что вы психолог, я думаю, успокоится. Итак, дальше. Запах связан с уникальным сочетанием следующих видов кислот.
у каждого человека. Это валерьяновая кислота. Подождите, запах связан? Да, это индивидуальное сочетание следующих видов кислот. Валерьяновая, капроновая, каприловая, масляная кислота. То есть здесь вот варианты кислот идут в сочетании, и каждый индивидуальный запах. Капроновая, каприловая, масляная кислота. И у каждого человека индивидуально происходит обмен веществ. Интенсивность обмена веществ своя, и отсюда запахи тоже будут немножко свои. А масляная, ну и ряд других кислот. То есть получается, кислоты у всех одинаковые? Но по-разному. Да, но по-разному. Да. Смотря какой больше. Да. И ведь одинаково же не случается. То есть все... Одинаковых запахов обычно нет, но природа не терпит повторения. Да. То есть каждый индивидуальный. Да. И кислоты, интенсивность обмена веществ у каждого своя, поэтому это тоже определяет, ну, дает определенный запах. А индивидуальный биологический запах запрограммирован у человека. Это его устойчивая характеристика. И этот запах связан с химической структурой феромонов, которые он может выделять. А феромоны в большинстве своем выделяются подмышками у человека вместе с потом. Ну и распространение этого запаха дают волосы, которые растут в подмышечных впадинах. Вот, допустим, для японцев не свойственна волосатость на теле, и они меньше пахнут. И поэтому общение японца с европейцем всегда напряженное, потому что европеец для него очень вонючий. А японцы традиционно не пахнут. Вот тоже, смотрите, да, разница культур, казалось бы. Ну, смотрите, чем более жаркий климат, тем больше волосатость организма получается. Ну, под отделением кожи? Ну, вот что такое волосы? Они защищают кожу от ожога, солнечного ожога. В этом их основная функция. Поэтому чем более южная какая-то, да, вот местность, тем больше волос на теле. Ну, это будет сложное общение. Это будет сложное общение, да, для меня тоже. Теперь, смотрите, ладони и подошвы реагируют только на эмоциональные реакции. Только на эмоциональные реакции. Это волнение, стресс, страх. Ладони и ступни. Кстати, для того, чтобы снять стресс часто, мы просим человека мысленно разогревать ладони и ступни. И люди успокаиваются. Как бы, да, вот очень важный момент, потому что очень часто ступни ледяные у людей, и ладони ледяные или влажные. И вот тоже очень такой показатель. То есть мы снимаем стресс в том числе и вот таким образом. А вот подмышки и голова реагируют и на эмоциональное, и на температурное воздействие. Допустим, Моррис считает, что ладони и ступни, когда потеют, это означает, что человек готов встретить стресс. Но на самом деле он готов убежать, причем убежать чисто биологически. Кстати, посмотрите еще один атавизм, когда человек начинает бояться, у него дрожь по телу идет. Что такое дрожь по телу? На теле все равно маленькие волоски, они встают дыбом. То же самое, что у животных, когда шерсть встает дыбом. То есть у нас это осталось. Просто мы это... У нас на людей такая реакция. Простите, у кого у нас? Какая именно? Волосы. Ну, я не знаю, наверное, это как-то я не анализировала, но это, может быть, это бессознательно, да, какой-то страх получается. Или а вот об этом сейчас мы подойдем к этому, я говорил вам, да, сегодня я расскажу. Я думала, уже мы не.
При этом еще Моррис такой пример приводит, что потение ладоней может быть массовым феноменом у народов во время политических кризисов. Вот какой он пример приводит. Во время Карибского кризиса резко возросла угроза ядерной войны, хрущевский период, помните, да, когда мы перевезли ракеты с ядерными боеголовками на Кубу. Был тот самый период. И в НИИ американских прекратили эксперименты, связанные с потением ладони испытуемых, ввиду того, что уровень реакции очень сильно стал отклоняться от нормы. И объективные как бы, да, выводы в рамках проведения исследований было невозможно делать. То есть потели руки у всех, потому что они понимали, что опасность ядерной войны слишком высока. И отсюда Моррис сделал такой вывод. Страшненько было всем, да. Боялись, да. Но, скорее всего, ступни тоже потели, просто ступнями неудобно как бы печатать и держать как бы, какие-то приборы. Вот. Хорошо, ну а вот при... вот есть же такой диагноз вегетососудистая дистония. Ну, он как бы есть, как бы нет. Да? Но при этом же тоже реакция организма, когда вот есть сбой вот эти вот сосудистые, там, или как это называется, организм же ведет себя подобным образом. То есть тоже там повышенное какое-то выделение может быть. Да, конечно. Но и запах будет характерный тоже. Смотрите, если... дистония наличествует, да, какие лекарства принимают. Волей-неволей, в любом случае, через кожу эти запахи тоже будут постепенно передаваться, транслироваться. Тонкий запах, но он будет все равно заметен. Немножко. От лекарства, да? Конечно. И еще очень интересно, был доказан факт генетического наследования запахов. В частности, когда брали, проводили эксперименты с запахом пота у близнецов, установили, что собака не отличает запах близнецов друг от друга. То есть у них похожие запахи абсолютно. Хотя характер абсолютно. Ну, один вредный, другой неизвестно какой характер. Важно то, что собаки не отличали. То есть для них это был один человек. Да, его как одного человека. Вот так. А есть интересная разница одно яйцевое или двое яйцевое? Надо тебе открыть этот эксперимент, Юрий, читать. Ну, собака у меня есть. Ржевский покраснел. Идем дальше. Значит, смотрите, теперь очень важный момент. Вот известный пример. Герберт Уэллс, писатель, да, вы знаете такого писателя, имел какое-то особое воздействие на женщин еще до того, как стал знаменитым писателем. Причем он как-то оказывал на женщин особое впечатление, и они сразу как бы вот готовы были идти за ним. Ну, надо сказать, что его знакомые на это как-то странно реагировали, естественно, с ревностью, и не могли понять, в чем дело. И вот когда стали спрашивать женщин, что же они чувствуют, вот, когда Уэллс рядом находится, одна из них сказала, он просто пахнет медом. Как мухи. Да? Пахнет медом? Да. Он же пахнет медом. Пчелки. Причем она блаженно закрыла глаза при этом, когда это говорила. То есть вот запах оказывается как бы, да, очень специфический. То есть если бы Уэллс не стал писателем, он все равно бы неплохо жил. А вот интересно, это был его, скажем так, человеческий запах или все-таки какой-то смоделированный? Конечно, человеческий. Но это запах его тела. Именно сам по себе. Это запах его тела, да. Но запишите, что у современного человека к запаху тела отношение негативное. Но без этих запахов он биологически обходиться не может. И здесь мы, конечно, можем привести такие примеры, как Наполеон и Жозефина. Да, вспоминаете эту довольно странную специфику, что Наполеон писал письмо, что приеду через несколько дней, не мойся. Как бы, да, вот, то есть его привлекал запах только вот немытого тела, нежели чем с какими-то другими парфюмерными вкраплениями. Негативные, да. Почему? Ну, вы часто в метро, вот невольно, ощущая запахи других людей, получаете удовольствие, кричите «Еще! Как хорошо! Я блаженствую!» С вами такое бывает? Ну, я таких людей не встречал. Это есть запахи отвратительные. В том-то и дело, что положительное от человека не должно пахнуть. Есть такая установка. Если от него пахнет,
Следовательно, если сильно пахнет, может быть, уже есть элементы, связанные с патологическими какими-то нюансами. Но если пахнет, либо он не моется, вот, либо еще какие-то нюансы дополнительные. То есть это вот так. На самом деле запах тела в любом случае наличествует. Мойся, не мойся, запах в той или иной степени будет. Как бы, да? То есть это чисто биологически необходимо. При этом еще запишите, люди, которые длительное время находятся в одном помещении, быстро утомляются, ввиду того, что воздух насыщается половыми аттрактантами. Вот если представители двух полов в помещении, через какое-то время начнут быстро утомляться. И отсюда вывод. Да, вот смотрите, в спальне, допустим, если мужчина и женщина, муж и жена спят под одним одеялом в спальне, у них очень быстро начинает проявляться отсутствие интереса друг к другу в половой сфере. Почему? Потому что запахи перемешиваются. И в результате идет переутомление запахами. А как вы сказали про люди, которые длительное время находятся в одном помещении, Утомляются ввиду того, что воздух насыщается половыми аттрактантами, attraction, притягивание. То есть вот снижение половой активности происходит тогда, когда помещение небольшое, как, например, спальня, и одно одеяло, допустим, два одеяла, уже немножко возможность того, что смешиваться запахи сильно не будут. Аттрактант, attraction. Аттрактант – это феромон, второе название. Половой аттрактант. Феромон. А вот люди, которые работают в open space, где сидят мужчины и женщины… Утомление в любом случае будет происходить. Вот, не открываются окна. Ну вот, ну, все хорошо, но полового влечения не будет. Может быть, это и хорошо, кстати. Пускай работают все. Зависит там преимущественно одни женщины. Еще. Да, Дмитрий Андреевич, да. Нам спать под разными идеями. Но вот вы знаете, все-таки есть определенные нюансы, если есть возможности такие, как бы, да, семейные отношения, они должны быть несколько, ну что ли, они не должны все время быть на виду, вот муж и жена. То есть у каждого из них должна быть своя территория, и периодически они могут быть вместе, допустим, да, но действительно разные комнаты должны быть в норме. Отдельная комната у мужа, отдельная комната у жены. Но периодически они могут вместе быть. У жены это обычно кухня. Но в наше время здесь, конечно, уже немножко все по-другому. Это вы сейчас рассказываете про королевские времена. Почему королевские? Да, у мужа, у жены были свои покои. Ну, вы знаете, до революции как-то у нас особо не было проблем с комнатами, как бы, да, и в норме считалось, когда там 6-7 комнат, вот тогда было более-менее, потому что прислуга должна жить, кухарка должна жить, как бы, да, да, вот здесь, конечно, сложнее, и отсюда вот вам, пожалуйста, все и к семейной психологии тоже, потому что когда феромоны смешиваются, люди начинают утомляться друг друга, когда длительное время это находится. Это семейная пара, друг другу надоело, и можно писать, поспите какое-то время в разных комнатах или хотя бы под разными одеялами. Ну, вот просто есть такая особенность. Следующее. Запишите, люди, которые лишены способности воспринимать феромоны, склонны к импотенции. Лишены возможности воспринимать феромоны, половые аттрактанты, склонны к импотенции. У женщин импотенция как называется? Фригидность. Вот оно сюда как раз и относится. То есть вот получается, то есть если феромонов не чувствуют люди, то вот такая вот проблема. Какая? Ну, импотенция или фригидность. Если феромоны не воспринимает человек. А может быть, что какого-то не воспринимает, а какого-то воспринимает? Или в норме вообще в принципе? Ну, это, помните, джентльмен удачи. Ехал в купе, упал с верхней полки, тут помню, тут не помню. Ну, вообще в норме чувствовать все, да? В норме, да. И вот, допустим, приводится такой пример, что после пластических операций в области носа у некоторых пациентов пропадало половое влечение. Кстати, еще один очень интересный момент. В ряде культур длинный нос считается признаком половой активности. А
греческий? Тоже. А почему нет? А греческая культура сама по себе? Если брать древнегреческую культуру, а не современную, которая с евро связана. Важно в разврат. Что мы говорим, а? Карен негодует. Карен, тогда она говорит так, разврат. Или помните, как в «Приключениях Шурика» срымота? Значит, а феромоны несут очень важную информацию о структуре гистосовместимости людей. То есть, насколько люди могут генетически друг с другом совпадать. То есть, если какие-то феромоны не нравятся, они просто отталкивают. Но иногда, когда человек чувствует, он говорит, что от этого человека приятно пахнет какой-то запах. А если кажется, что вообще не пахнет? Ну и хорошо. Но это не значит, что ты не чувствуешь, или как? В данном случае, в любом, ну вот надо наблюдать, и если от человека пахнет, как бы, да, вот можете тонкий какой-то запах почувствовать, сориентируйтесь, нравится запах или нет, нравится, значит, судя по всему, есть какое-то притяжение. Если отталкивает, значит, нет. Но у женщин, повторюсь, очень многое зависит от овуляции. В период овуляции они более тонко и остро чувствуют запахи, и какие-то запахи воспринимают более положительно. Ну, давайте сейчас пойдем немножко дальше. Существует два типа феромонов. Сигнальный феромон и праймер феромон. Сигнальные феромоны могут просто довольно быстро и кратковременно воздействовать на поведение другого объекта. Ну, понравился человек, организм выбросил феромоны. Вот оно пошло, да? Кратковременный эффект? Кратковременный эффект для изменения поведения другого объекта. А вот праймер феромоны, они более коварны. Они вызывают долговременные изменения в организме. Сигнальные кратковременные. Да. А праймер феромоны, они оказывают праймер, премьер, праймер, они оказывают длительное воздействие на гипоталамо-гипофизарную систему, отпускают гипоталаму секрецию гормона, ну вот не обязательно как бы, да, важно другое, что длительное время воздействует на человека. И оказывается, что альфакторика-то играет очень серьезное влияние на поведение современного человека. Начинается альфакторика с общения мать-ребенок. По запаху мать определяет, что с ребенком происходит. По запаху. Мужские и женские гормоны также играют очень существенную роль. Вот. У мужчин это андростерон, он содержится в поте. Вот. Андростерон. У женских феромонов называются капулины. Капулины. И они находятся в вагинальных выделениях. А количество их определяется в зависимости от фазы менструального цикла. Ну, понятно, что период овуляции там. Угу. Ну, да. Вот, теперь люди способны распознать мужские и женские феромоны по запаху. И очень хорошо распознаются представителями другого пола. Люди хорошо распознают феромоны по запаху и распознают феромоны представителя другого пола. Женщины предпочитают мужчин, чей запах отличается от их собственного. Вот она биология. Ну,
От какого мыла? Что? Что вы сказали, от какого мыла? После мыла. То есть выбор партнера по запаху идет по принципу различия, а не сходства. И это не имеет отношения ни к интеллекту, ни к образованию. И часто вот когда клиентка приходит и говорит, не знает, что с ней было, когда какая-то влюбленность, появился ребенок и так далее, а потом что-то случилось в семье, она ребенка одна воспитывает. Что случилось в данном случае? Феромоны. Феромоны. То есть она почувствовала противоположный феромон, и он ее привлек. А через какое-то время вот запах немножко... Ну, но противоположный феромон имеется в виду вот именно по запаху. Как отличающийся по запаху очень сильно. Но объяснить же это невозможно. Невозможно. Ну, как бы все равно запах чувствуется, объяснить его сложно. А у психологов по-другому. Они все это распознают, но спокойно к этому относятся. Психологи. Идем дальше. Значит, теперь, какие еще нюансы есть? Положительная связь между внешней привлекательностью женщин и сексуальностью их запаха для мужчин. Положительная связь между внешней привлекательностью женщин и сексуальностью их запаха для мужчин. То есть, если она привлекательна, то она и пахнет хорошо для мужчины. Так, еще раз, положительная связь между внешней привлекательностью женщины и ее сексуальностью и запахом. То есть, красивая женщина хорошо пахнет. Вот то, что в голове у мужика появляется. А не так, что пахнет женщиной, да, пойду понюхаю. Нет, там я же говорю... Привлекательность мужчин у женщин меняется в зависимости от менструального цикла. Вот. А теперь еще небольшие такие нюансы. Мужские феромоны, их два. Андростенол, последняя Л. Стенол. И андростенон. Эти феромоны содержатся в моче, в жировых тканях и половых выделениях. Приблизительно через 15-20 минут андростенол, который воспринимается положительно женщиной и привлекает, потому что это феромон, превращается в андростенон. В половых выделениях. Андростенол – это то, что привлекает женщину. И второе – это андростенон. Вот первые 15-20 минут мужчина пахнет андростенолом. И это привлекает. А вот потом, допустим, одежда, да, потная одежда, носки. У тебя есть 15 минут. Чтобы заплатить. Переходит в андростенон. Ну вот смотрите, андростенол имеет такой несколько мускусный запах. Мускусный запах. Содержится он. Половые органы. Это моча, жировые ткани и половые выделения. А мускусный запах, кто-то говорит сандаловый запах, как бы, да, вот это андростенол. А андростенон воспринимается с отвращением. То есть он пахнет очень плохо. Еще феромоны влияют на настроение людей. Проводили Кирк и Смит в 1978 году такое замечательное исследование. Они
верхнюю губу женщин, испытуемых, обрабатывали андростенолом. Ну, просто капали туда андростенол регулярно. И смотрели, как меняется настроение женщины. Оно у них было достаточно таким, знаете, позитивным, хорошим. Первые 15 минут. Но все зависело от их цикла. Допустим, в середине цикла они оценили свое состояние как менее агрессивное. Вот. И еще какой эксперимент проводили? Мужчинам и женщинам надевали на ночь цепочку с подвеской, пропитанной андростенолом. И смотрели, на мужчин андростенол тоже воздействует. Нет, в данном случае это просто эмоциональный некий, да, вот подъем состояния какой-то. Это не обязательно только воздействие на противоположный пол. И на себя это также может воздействовать вполне. То есть это немножко повышает эмоции. А вот андростенон, он в принципе, естественно, вызывает обратное. Разлагаюсь. Главное быть красивой. Все у тебя будет. Ну, смотрите, андростенол и андростенон – это антагонисты. Они друг другу противоречат четко. Да? И вот, соответственно, андростенол оказывает положительное воздействие, андростенон – более отрицательный такой вот. Ну а вот в однополых браках тогда, ну, в отношениях, как у них там вообще происходит? Не было таких экспериментов. Вот, смотрите, интересно, что когда андростенон наносили на тело женщин, они оценили мужчин очень негативно. То есть это происходит чисто негативно. Запах, да, казалось бы, и тело сразу дает вот такую информацию. То есть другие мужчины оценивались негативно. Андростенол – положительная оценка. А еще очень интересный эксперимент, 93-й год, 290 женщин оценивали по степени привлекательности запах андростенона в разные фазы менструального цикла. И получается, что они воспринимают мужскую внешность на разных стадиях цикла по-разному. Вот. Теперь еще очень интересный эксперимент проводили женщинам. Под мышки клали что-то наподобие бинта, что ли, да, такого вот. И группе испытуемых давали сначала смотреть простой фильм, ну, «Путешествие по Вене», а после этого фильм ужасов. И вот просто меняли периодически вот эти бинты под мышками. И интересно, что провели эксперимент, после этого дали запах другим женщинам понюхать. Вот сначала бинты, которые пахли, когда выделялся пот, когда показывали фильм про путешествие по Вене, а потом показывали, ну, дали как бы понюхать те, которые были связаны с просмотром фильма ужасов. Интересно, что другие женщины определили, что этот запах, тот, который связан с просмотром фильма ужасов, вызывает какое-то напряжение или страх. То есть, оказывается, женщины по запаху могут определить что-то страшное. Сами вот это вот по поводу того, что вы говорили. Да? По запаху. То есть, вот когда человек боится, он выделяет определенный запах, и другой человек по запаху может его распознать. Это проекция, по сути, да? Это, в принципе, как бы привет из животного прошлого, с одной стороны. С другой стороны, это очень хорошая подсказка, да, то есть, что здесь опасность. Что если я чувствую какой-то страх определенный, то, вероятно, мой оппонент тоже испытывает, ситуацию. Да. Смотря насколько у него развита интуиция. Да. То есть вот тоже. Он может этого не чувствовать, а я могу это чувствовать. Да. Он может это чувствовать и не понимать, что происходит вообще. Еще один момент. Родственники друг друга также узнают по запаху. Начинается это с того, что дети уже в возрасте нескольких дней от роду узнают мать по запаху. Дмитрий Анатольевич, а может вот такое быть, что. Смотрите, каждый дом имеет тоже свой определенный запах. Да.
Да. Вот. Человек, когда приходит в новый дом, новое помещение, он чувствует этот запах. Угу. А может быть такое, что ты, когда в свой дом приходишь, ты чувствуешь запах, и тебе не нравится? Ну, смотрите, в любом случае, когда мы говорим о феромонах, они же имеют все-таки кратковременное действие, и постепенно эти молекулы, они все равно растворяются. Тем более нос, да, вот рецепторы носа в любом случае будут как бы воспринимать новые запахи, от старых избавляться. Поэтому, если очень устойчивый запах какой-то появляется... Нет, ну, допустим, вот первая реакция, выхожу... Чувствую, что-то не то, потом не чувствуешь уже. Если там были люди, допустим, да, за несколько времени до этого, тогда, скорее всего, да, тогда четко фиксируется. Если в этом доме энное количество времени людей не было, вот тут уже несколько спорный момент, потому что все-таки это чистая биология, как бы, да, а не просто запахи. Вот. Хотя тоже, если просто какой-то запах вызывает у вас тревогу, может быть, в вашем индивидуальном опыте было что-то подобное, связанное с этим запахом. В прошлом, ну, в том, что когда-то вытеснилось, детские воспоминания какие-то были, может быть, оттуда что-то пошло. Еще очень интересно, смотрите, человеческий запах воздействует на настроение и степень индивидуального возбуждения. Там, где людей очень много, допустим, городские условия, условия городского транспорта, люди склонны к мимикрии, они склонны использовать дополнительные запахи, чтобы скрыть свой. Это парфюмерия. Повышенная скученность, допустим, да, в при этом, если очень сильный запах, допустим, парфюмерный, он вызывает у людей агрессию. Не обязательно резкий, его может быть просто очень много. Просто неприятно, сладкий запах. Да, кто-то не любит. И даже если не сладкий, любой запах, который перебор, это бывает не перебор. А если не нравится, тоже. Ну, самое главное, что мы в городских условиях свой запах скрываем. Пытаемся его скрыть, как бы, да, вот есть особенность. Еще, смотрите, если мы берем межкультурные различия, допустим, для папуасов, вон, Юрия Николаевича Егорова спросите, он любит их, часто к ним ездит, запах парфюмерии отвратителен. Любой? Ну, это отвратительно, отталкивающе. А вот запах свиного жира – это прекрасный запах. Ну, к чему привык? И он очень привлекательный. Если от человека пахнет свиным жиром, это очень хороший человек. Есть. И запах тоже какого-то или барсучего жира, или вот что-то такое. Ну, в Якутии нет барсуков. Ну, жир есть, они привозят. Древние якуты привезли жир барсуков в Якутии. Это как с палканы. Еще, смотрите, жареная селедка. Вьетнамцы обожают прекрасный запах, для русских запах тяжелый. Да, вот разные совершенно. Сверхтяжелый. Ну, а здесь еще приведем вот странный пример. Для нас запах испорченной рыбы отвратителен, да, а как привлекает кошек. Насколько они приходят в какое-то восторженное состояние, когда нюхают вот эту вот испорченную рыбу. То есть, опять же, да, вот абсолютно разница запахов какая. Это у них потому что такой инстинкт, надо скрыть свой запах. Ну да, получается, вот если вот это вот тухлятинку животные любят, у них там что, выделяются же тоже какие-то вещества? Ну да. Они валяются в этом, чтобы скрыть свой запах. Ну валяются, они еще и жрут это. И жрут. Теперь давайте немножко другое рассмотрим по поводу межкультурных различий. Вот австралийские туземцы, племя Арнем-Ленд. Мужчина, прощаясь с другим мужчиной, потирает руками у себя под мышками, а за этим натирает бока своего товарища. Слушайте, ну у туземцев там вообще, в принципе, у них такие очень своеобразные приветствия. Аборигены, да. Ну вот это вот тоже, да, интересно так вот. Бушмены.
допустим, натирают руки о голову и переносят запах своих волос на других людей, их гладят. Ну да. Вот запишите, что, допустим, в ряде первобытных культур идет личностное отождествление себя с запахом пота. И если вы свой запах пота передаете другому человеку с благими пожеланиями, то вы помогаете другому человеку, оказывая ему реальную помощь. Как интересно. Не спрашивайте меня. Сам не понимаю, да? Нет, ну вы хотите добра, вот сняли потную рубашку, передали как бы человеку, говорите, вот я тебе помог. А они понимают. Ну они понимают. Если передали запах пота, значит вы увеличили силы этого человека, возможности. А в русской культуре, если мы берем языческую культуру, запах пота был важным компонентом любовной магии. Русская культура. Вот у арабов, допустим, есть такая специфика дышать в лицо собеседнику. Для европейца это очень неприлично, а для араба вдыхать запах друга – большая радость и удовольствие. Так, а в русской культуре с чем-то? А любовная магия. Запах пота связан с любовной магией. Вот, а как он связан? Феромоны. Нет. Там, я что-то не помню, в какой-то сказке даже описывается. Что? Это не сказки. Это в первую очередь именно магия. Теперь смотрите, еще. У арабов во время сватовства невеста должна хорошо пахнуть. Если она пахнет плохо, от нее могут отказаться. А как хорошо? Вот в их понятии хорошо – это как? Это немножко другое, что она должна, вот запах ее должен быть приятным. Судя по всему, тоже феромон. Настоящий. Именно настоящий. Вот тут, наверное, не угадаешь. Как уже получится? Какие-нибудь масла. Ну вот, может быть, какие-то традиции есть. Но есть же какие-то вот аромамасла, которые считаются, они не содержат феромоны, но они там... Ну, по логике, они что-то должны убирать, а что-то усиливать в запахах. Да, но, повторюсь, если феромоны не совпадают, как бы она там не обмазалась там и не помылась, все равно она может пахнуть неприятно для него. Тогда он просто откажется, как вариант. То есть для нас это тоже немножко дико. Вот. И еще, допустим... В Средиземноморье мужчины размахивают перед своей партнершей носовым платком во время танца, предварительно проведя им у себя в подмышках. Это тоже вот такой... 15 минут. Через 15 минут моя карета превратится в прихлоп. Нет, ну как бы не надо сразу-то завязывать-то платок на лице так. То есть вот, смотрите... В разных культурах отношение к запаху достаточно разное. Но самое главное для нас, да, что запах, он играет очень существенную роль. И очень важный момент, допустим, это культура запаха. Да, вот европейская культура запаха, все-таки это, наверное, парфюмерия. То есть правильное нанесение запаха на тело, чтобы он давал определенный эффект. Но и в то же время, все равно, что бы человек ни делал, он будет немножко так легко, но все равно пахнуть собой. Это никак не убрать. Это чисто биологическое изобретение. И что бы человек ни делал, все равно у него это не выйдет скрыть в определенной степени. Мы должны понимать, что действительно, если запах нравится, это одно, мы считываем, мозг считывает в сторону того, что человек может быть в этом плане интересен с точки зрения продолжения рода. Запах не нравится, немножко другое. Вот так вот это обычно и работает. Так что с запахами многое связано. И еще последнее на сегодня, вот обратите внимание, парфюмерные магазины. Что там дают в качестве пробы? Вот такую небольшую полосочку бумажную, вы нюхаете немножко. Конечно, с такой какофонией запахов очень сложно это сделать, но там сочетается тактильное, когда вы берете бумажку, да, с ольфакторным. Еще там очень большое внимание уделяется цвету. Цвет восприятия запаха – это розовый цвет, особенно розовый снизу, и очень яркое освещение, которое дает возможность увидеть небольшую какую-то бутылочку, и вы ее видите в очень ярком освещении, совсем по-иному.
Вот такие небольшие нюансы. По поводу мужчин запахами я более-менее рассказал. Да, у женщин они должны быть более тонкими, но это считывается достаточно быстро и хорошо. Где еще запахи считываются на теле? Да, подмышки, половые органы, грудь. Вот основной как бы компонент. Это в любом случае будет, и по этому запаху тоже определяется. А теперь последний момент. Люди, у которых колумела как бы несколько более сильно выражена, да, перегородка носа слегка такая вот сильно выраженная, они более ориентируются на запахи, нежели чем на другие невербальные каналы коммуникации. У них обычно обостренная интуиция, и они очень хорошо по запаху определяют свой или чужой. Тоже очень интересная особенность. Следовательно, нос именно на это более нацелен биологически. Крайняя форма поведения такого человека – сноб, когда он делит человека четко – это наши, а это чужие. А мягкая форма, когда он тонко, может разбираться в каких-то нюансах. Ну, бывают и такие же нюансы и в семейных отношениях. Женщина с колумелой, а мужчина без колумела. Она очень тонко реагирует на какие-то запахи, а он этого не понимает. Часто супруги не могут это сами осознать, и где это может сказаться? В первую очередь на возможности зачать ребенка, потому что женщина не готовая к как бы, тому, чтобы забеременеть, она в целом может как-то и отторгать, и давать какие-то жесткие установки, потому что она реагирует на запахи. Мужчина может этого не знать, и может быть он уже на 22-й минуте приходит. Уже опоздал на 2 минуты. Затормозил. А если кончик носа вниз немножко острый? Нет, здесь это не столь важно. Важно, если есть колумела. Вот с ней вместе. Да. Да. Нет, это уже немножко другое. Здесь главное, что если эта перегородка присутствует сильно, значит, скорее всего, у человека именно, как я его называю, нюхач. А так это альфакторная система.